alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Siz oilaviy telekanalida COVID-19 dolzarb savollar dasturini tomosha qilmoqdasiz. To'g'ridan-to'g'ri efirda biz telefon raqamlarimizni eslatib o'tamiz. 71 kod bilan 214 1372 hamda 214 1440 raqamlariga faqatgina to'g'ridan-to'g'ri efir vaqtida qo'ng'iroq qilib savollaringizni yuborishingiz mumkin. Va shu qatorda eslatib o'taman, ekraningizda aks etgan Telegram manzilimiz orqali ham savollarni bemalol yuborishingiz mumkin. Ayni daqiqalarga qadar eslatib o'taman, bizga Telegram manzilimiz orqali 2891 ta savol kelib tushdi va bu savollarni biz imkon qadar mutaxassislarga yetkazib, ulardan javob olmoqdamiz. Agarda sizning savolingizga javob berilmagan bo'lsa, eslatib o'tmoqchiman, biz O'zbekiston 24 telekanali orqali COVID-19 vaziyat ko'rsatuviga savollarni muntazam ravishda yetkazib bormoqdamiz. Agar bizning mutaxassislarimizga to'g'ri kelmasa, mana shu ko'rsatuv orqali savollarga javob olishingiz mumkin. Ayni damda ko'rsatuvimizda mehmonlarimiz bor. Mutaxassislarimiz bilan tanishtirib o'tsam, Muhabbat Ibrohimova, farmatsevt tarmog'ini rivojlantirish agentligining axborot tahlil boshqarmasi boshlig'i hamda Zahro Ahmedova, biolog. Xush kelibsizlar. Добрый день, уважаемые телезрители. Напоминаю, что вы смотрите проект COVID-19 «Актуальные вопросы» на телеканале «Ойляви», где вы можете в прямом эфире задать любые волнующие вас вопросы о коронавирусе, позвонив к нам по телефону 71-214-1440, 71-214-1372. И на все ваши вопросы ответят наши уважаемые Мухаббат Яхьяевна Ибрагимова, начальник инфофарм отрасли, и Захро Рахматовна Ахмедова, биолог-диетолог. И, конечно же, хочется сразу задать вопрос, и я думаю, что нашим экспертам, да, можно будет сказать. Многие спрашивают, можно ли заразиться повторно COVID-19? Тем более, что говорят, что осенью он может вернуться в более тяжелой форме в какой-то. Да-да-да. Изначально были такие сведения, что коронавирус COVID, оно не термоустойчиво, и она будет разлагаться где-то, если температура атмосферы дойдет до 35. А сейчас оказалось, что вот это вот свойство данного коронавируса, значит, не было до конца изучено. И сейчас, несмотря на то, что у нас температура воздуха поднимается более 45 иногда, а этого случая мы не наблюдаем. Да. А насчет вторичной инфицированности, да, может быть. Потому что если носители ходят среди нас, мы имеем с ними прямое отношение, если даже в семье, на улице, на работе и так далее, несмотря на то, что вот карантинные такие вот меры, они обязательны и так далее, но все равно иногда вот действия человека, это ничем, никакие законы действия человека, движения, там, разговоры, смех или слезы, никто этого не ограничивает. Поэтому возможно вторичное инфицирование коронавируса. Просто бытует мнение, что у нас вырабатываются антитела после того, как мы перенесли это заболевание. Да. То есть из-за того, что вирус мутирует, все-таки он, видимо, в другой форме, мы можем повторно заразиться. Да-да-да, совершенно верно. А что такое вообще иммунная система и антитела? Антитела бывает двух типов. Это наследственные антитела и приобретенные. Если в крови имеются защитные наши, значит, органы, это значит лейкоциты и моноциты и так далее, которые изначально, наследственно, они будут вырабатывать противобактериальные, противовирусные, против инфицированных вот этих вот агентов, против токсинов или там так, даже антибиотиков, они вырабатывают антитела. Это наследственно. А приобретенное, это слово такое, вы знаете, очень расширенное свойство. Потому что сейчас это связано с окружающей средой. Это в первую очередь связано от внешних факторов среды. Экология. Есть биотические, есть абиотические факторы. Биотические – это от нас, а абиотические факторы, которые гуляют в атмосфере, которые они вездесущие и так далее, и так далее. И в почву, и в воде, и в воздухе, и эпифитные на всех поверхностях. И поэтому и вот этот вот
антитела, да, они вырабатываются. Но когда у человека ослабленный организм, если присутствует, не зря сейчас все врачи говорят, что вот, у кого гипертония, у кого болезнь сахарного диабета, у кого вот селезенка болен, у кого печень и так далее, они больше, значит, глубже переносят данную болезнь. Это действительно. Я бы в этой связи хотела бы прежде всего обратить внимание и ваше, и телезрителей на кровь. Если бы кровь в течение одного минуты не прибежала бы по всему организму, если бы не гоняла бы в день, знаете, сколько, 10 тысяч литров крови в день, 10 тысяч, мы бы вообще бы заболели бы неизвестно чем. Потому что если у человека в организме существует, то есть имеется 100 триллионов клеток микробов, но человеческих 10. Смотрите, сколько микробов у нас имеется. И в этом, в носоглотке, и в желудочно-кишечном тракте, и в прямом кишке, везде и всюду. И поэтому вот эта вот кровь, она должна быть очень такая, вы знаете, она должна быть вольная, она должна быть очищенная, она должна быть нетронута. Поэтому человек должен относиться к этому очень серьезно. И, может, мы перейдем потом дальше. Никогда не надо. Любая нервно-гуморальная, вот эти вот отталкивания, вот различные вот эти вот шумы, какие-то слухи, какие-то разговоры, которые расстраивают человека, она сразу же действует на нервную и сразу на кровь. И знаете, не зря вот говорят, если в человеке, значит, существует, то есть имеется около 5-6 литров крови, да, и там, значит, органелла, эритроциты, вот сейчас говорят, что COVID прежде всего повреждает эритроциты, она имеет конкурентное ингибирование к кислороду вот этого легкого и так далее, разрушается гемоглобин, да. И поэтому мы должны вот этот вот иммунитет взять в совокупности, вы понимаете, целостность организма мы должны сохранять. И еще хочу заметить, что человеческий организм – это сосуд. Из-за того, что вот давление, вот смотрите, в одну минуту 63-75 раз удар сердца, да? Смотрите, сколько. В среднем возрасте человека, оказывается, 25 миллионов тонн крови будет превращаться по всему организму. Если где-то какая-то инфицированная заноза или что-то такое, организм уже сразу антитела там вырабатывается. И кроме того, мы должны очень обратить внимание на то, чтобы свертывание крови, разжижение крови и вообще все эти элементы питательные, которые мы получаем перорально, и даже воздух, который мы дышим, извините меня, она должна быть совершенно чистая, экологичная, и вся атмосфера, природа, человек, быт и общество, и рабочие вот помещения, где мы это, все должно быть гармонично друг другу соответствовать, тогда у нас и будет действительно антитела. Знаете что, еще хочу заметить, что коронавирус, COVID, она же была, существовала, 4 вида имеется, она была и в 82-м году, в 86-м году, в 2004-м году, но вот этот вот коронавирус отличается от тех своих предков тем, что оно имеет еще одну белковую, это, наверное, потом перейдем к это более такому, профессиональный, да, более детально. Подход. Понимаете, она вот этим. И вот и таким образом, но в организме этот коронавирус, когда уже зайдет, в качестве вириона она не опасная. Понимаете, если попадает носовую, вот эту вот нашу вот, ротовую полость и так далее, она в качестве вириона, она не опасна. Когда уже поступает где там место, где она должна локализоваться, где она должна проникать, вот там она уже оболочку свою белковую снимает и так далее, и этот фермент растворяет и туда проходит, она и снимает вот это, и начинает рецидивные формы, это реактивная форма вот этого коронавируса. Но мы должны до этого не дойти, а для этого есть способы. Рахмат javoblar uchun. Muhammad opa, biz o'tgan dasturlarda ko'p gaplashdik. Teletomoshabinlarimizdan bu mavzuda juda ham ko'p savollar tushdi. Dorilar masalasiga yana bir qaytsak, mana bilib turibmiz, hozirgi kunda vahimaga tushgan ko'pchilik insonlar bilib-bilmay turib profilaktika uchun yoki go'yoki o'zida koronavirus belgilarini sezgani va o'zini-o'zi davolash maqsadida ham turli dorilarni qabul qilmoqda. Mana shu borada siz mutaxassis sifatida qanday tavsiyalarni berasiz? Bu dorilarning aks ta'siri bo'lishi mumkinmi? Albatta, mana dori vosita bu shunaq vosita, u uchta narsaga mo'ljallangan. Kasallikni oldini olishga yoki tashxis qo'yishga, masalan, barisulfat ichganda shuni organizmdan o'tadi, yoki bo'lmasa davolashga.
Лекин машу дорвайслана нафахат файда, уледан зарарам буш мукон. Абита мусал хламан слеге, брими токуис или тинчилде, Германияда бита хомнадор айолеге дор ишлеп чыгарышты, талидами деген, ва уна куп айолы истима кылышты. Ва машу дорвайсасы охргече ургамагенлиг учун, ва клинг сновле охргече бумаген чун, машу айолады бурн мажрух болды, туғылышты, қолсыз, ойоқсыз, жүдем еман дақшатлы трагедия болды, фаджи. Ва ең еманасы, оланы болдары ем жұнақы туғылды. Ва ұшанды, бұтын жоқын сонын сақылаш ташкилат, ва бұтын дүния қорқ кетті. Дордан нафақат файды, зарарам болыш мүмкін екен. Ва шынақы еңгі сөз ибарат болды, фарм назарат. Фарм назарат дегені, дорлан тегісіш керек. Ұшан үшін, мәнам қазір адам шубха хватты, ташхис хәлі қойылмаған, шифокор оны көрмеген, тәвсие бермегенде, дәріханаға жүгіріп, кім нимадыр мына телеграмда һәр хил тәвсие беріп жатты. Енді білмей, біріншіден, екіншіден һәр бір адам өзі индивидуал тәвсие қылыш керек. Оны сатып алып ішедімі, ау дәрі пайдадан көрі уже зарар қыла бастайды ва ноджо тәсірі көрсетуі мүмкін. Шуның үшін бұл дәрі білен жүдейім, ихтиёт қылып істимал қылыш керек. Фақат шифокор тәвсиесі білен. Самолечение өз-өзін давалаш бұл үнчелі тәвсие қылмейді. Әлбәтті, қазір шу орында телеграмда дәрілер білен бағырық бір савол бар еді. Қазір. Вирустан ҳимояланиш учун қандай таблеткалар ичиш керак деган савол берганлар. Мана худди аввалги саволимда қайтарып ўтганимдек. Профилактика үшін дәрілер ішіні башылашкен? Бүтін асы ешім керім, кече іштіріш болды, мәңгі жүден көп адам телефон қылышты. Әвалым бар, мәшу курсату туырса жүден үйджаби құласалы, пікірлі. Мән кече әметтім, бүгін әметті болман. Мәшу дәрбайсыланы, кәсәліні, олдың алыш мақсаты, мәні витаминлі бар. Витаминлі ғұрухлы. Мәні бүгін шоғарлық қайта-қайта кепірішті. Д витамин, аскарбинка витаминсы, оны істіма қылыш керек. Лекен, мәселен, мәні қанчы танышларыма бар, антибиотик олдың ішсен боладымы, кәсәлі болсын. Мұм мүмкінмәз, чүнкі антибиотик мәхар дұмайтаман пайдадан көрі зарарым көпіра болшы мүмкін, резистенциясы көп кетіріш мүмкін. Шын үшін, қар дұмайтаман фақат дәрі ішкенде симптоматик, мәне 38 градусын үйқары болды ма, үшін тәвсие етілі бәті парастамол ибупрофен. Лекен 37 градус бұл қалі сигналмас, оны дәрі қалі ішіш керемес. Шын үшін, бұдда жүдейім ихтиот қылып лейк білен істимал қылыш керек. Фақат шифокор тәвсиесі білен. Енді көпчілік итураз білдіріп атты, қазір поликлиника жүдейім нагрузка қатты, стационарге, таныш врачлеге телефон қылыш атты. Ва үшінден кейін уже істимал қылыш атты дәріләні. Лекен барбір шынын білсен тәвсие қыламызы. Фақат врач тәвсиесі асасында істимал қылыш керек. Рахмат, шуырында Захропа, антибиотиклерге мұтахасис сұфатыда бір тарыф беріп өтіп кетсеңіз, адамлар антибиотиклер хақыда чүнчеге еге болса, біліп-білместен оларының қабыл қылыштан өзіні тоқтатса? Бұл жүдейім тоғыры савал берішкен, теретон шабелі, бұл қаманы қиңе деген, қамда қызықтыра деген савал. Антибиотиклеріні бірінші дәшіліпке олінген бұл намынасы антибиотиклер бұл акцинациеттерден. Демек, пенициллин натартум деген замбұрғынан оген, ұшы замбұрғынан ашкен, пенициллинін ашкен олым Нобель мүкафаты кеса завар болген. Лекен, бұл табиғи барыбір микроорганизм бұған тағдырдайым, демек, замбұры бұған тағдырдайым, бұл табиғи ішлап шықарылген, ұшы хайот танедеген, инсон организм танедеген, биологик организм танедеген, оны генетикасы танедеген, бұған антибиотик бұған ұздаштырылады. Мән биохимик сұфатыда, микробиолог хамда, биолог алым сұфатыда, хар қандай антибиотикшіні қабыл қуатген пайдта, ұшаны формуласыға етібар берейлі деймен. Ана пенициллин ішлемегенден кейін бензин намасын қой ішті де, группасын бензопенициллин дейішті. Кеген оксициллин дейішті. Әне кеген яна башқа кейінгі аулат, кейінгі аулат. Білесіне ма, микроорганизмлайым, организмлан білі келісіп симбиоз қолда, синергизм қолда ішілігенлері бар, ашқызан үшін системасыда, ұларсыз қайотты, ұман тасауыр қы болмайды. Хамасын еманды ойлаш бұл, маның ұқтайы назарымды еман боларды. Енді антибиотиклеріні қанчалі дәрежеде, агарда ашқызан асты безі,
پارچه‌ها علامسه، اوش جایگی یت برامسه، او جگرگه بارب تکنش خاصل کلده. من جگر کسالیلر خلقان من از قزن است بیزنه کسالیلر باش کلا بلند خامسه. دیماک اوش جایی یغلب خالش ممکن اوش انتشار بوده. جدا متخصص من توریتل آنتیبیوتیکلر جدا اختیار بولش کردی. نکی یه نبتن است آنتیبیوتیکلر کجا ممکن کووید کسالده کجا اینکی اوش کسال بگی. Уже пациент, да, кошумча бактериал, она тастхланса, я на халос. Он да я врач назорат, на канча единица, канча масса, что инсонный гудаси, я несмотря на олнад жудем, хочет больше кери. Мы на тескаре я на, ман, таманки дарлана, я, блясь, талаб тасор кладиан дарла больше кери. Мы на хазар سرماس کوپیت اصل دوشه قابق چلگه اورالگان مال چکات پلیمر ایریدیگان پلیمر پولیفنی پلیندون مثلا خدار لچ کات اوشه ل عینا جایی که بارده دیشده من از کازان که بارده دیشده یا که دوشه دماغل نشان لنجان داره ل بوسه و لیکن حالا اون دچار بزده آنچه وقت بار لیکی که من جدا تور اتلا مخابرات خانم آنتی بیوتیک لگه جدا نخواهد بود شکلی عینسه چونکی قاش که ما دو کوش خارج اون دوشون دغام ارگانیزم اوزی متناسب روش تقدیر وات. بند تنها مخشه. بونگه کارشی جواب بیار مخشه. بذار یاردن بیاریم مسکری. ارگانیزم که خلاص حالش مسکری و واقعا مگه چی ماستن؟ اوزموز باز بلیش مسکری. که یه نه بلکه خازر نارود ماستر که اینگی صحبت یه نه دوام اتیان بهتر من. اکثرا اوضت تزم بار که ارگانیزم ده اوزموز ابتدیم از اوزموز دن ایچیم زد دیگه بر خلاصی که دیگه فکر لرم یه نه بیان قم مخشم. спасибо большое за такую важную и очень интересную информацию. У меня вопрос к вам. Вот сейчас мы все озабочены вопросом, как повысить свой иммунитет. И я знаю, что у нас в Узбекистане производятся БАДы, которые помогают повысить его. Насколько это достоверно, и можем ли мы у нас в аптеках приобрести эти БАДы, и какие лучше предпочесть? Да, я сейчас хочу сказать вам, что биологическая активная добавка – это действительно вспомогательные вещества, которые необходимы для потребления каждый день. Конкретной суточной дозе, это не лекарство. Иногда у нас некоторые путают БАДы с лекарствами, и даже некоторые недобросовестные производители и оптовые организации, они рекламируют БАДы как лекарство. Это не лекарство, они нужны для поднятия иммунитета, для приобретения витаминов и так далее. У нас в Республике Узбекистан есть специальные органы, которые регистрируют, это система службы СЭС. И они также проходят регистрацию как лекарство, проверяются, и имеется специальный реестр. И у нас очень много уже производителей, которые производят БАДы. Их можно реализовать согласно закону о лекарственных средствах фармдеятельности в аптеках. Среди наряду с лекарственными средствами можно продавать и БАДы, но при наличии соответствующих документов. Соответствующие документы – сертификат соответствия. То есть очень многие с Америки, с других стран сейчас завозят БАДы и неофициально его реализуют. Только при наличии сертификата можно удостовериться, что это качественный препарат и безопасно. Ну, то есть человек может прийти в аптеку и сказать, я хочу биологически активные добавки, повышающие иммунитет. И фармацевт ему выдаст соответствующие препараты. То, что есть у него в ассортименте, он может дать, предложить. И вот еще один вопрос. Сейчас тоже, опять-таки, мы все думаем о том, как повысить иммунитет. И, кроме того, считаете, что для того, чтобы для профилактики COVID-19 и во время лечения мы должны принимать витамин С. В какой форме лучше его принимать и в каком виде, в каком количестве? Например, пресловутая аскорбинка поможет ли в этом или нет? Нет, вообще аскорбинка кислота всегда является хорошим препаратом, витамином, и она действительно поднимает иммунную систему. Действительно, его рекомендуют в качестве профилактического препарата в день два раза пить. Он выпускается у нас производителем, три производителя и несколько производителей из-за рубежа, России, Беларуси. В день два раза по одной таблетке принимать аскорбинку. Вообще, это очень часто назначаемый сейчас препарат для всей семьи. И, к сожалению, что весь население, народ побежал в аптеку, в большом количестве запастись этим препаратом. Сейчас это у нас стало опять дефицитом, даже этот элементарный препарат. Ну, мы с вами вчера уже говорили на эту тему. Вы сказали, что запасов достаточно, что беспокоиться нашим телезрителям ни в коем случае не нужно, что всегда смогут приобрести нужные препараты в аптеке. Я сейчас еще раз хочу сказать, что то, что у нас есть фарминдустрия, это уже большой плюс. И у нас наши 202 производителя, из которых 94 – это производители лекарственных средств, они сейчас запаслись лекарствами, существами, субстанциями и начали работать в большом усиленном режиме. Просто
из-за того, что появился очень большой ажиотаж, и все внезапно бросились в аптеку и начали покупать, конечно, существующий запас сейчас истекли. Но у нас они работают в большом режиме, и я думаю, что в последнее время не будет что этого дефицита. Пополнится, да. Пополнится полки, аптек, да. Обязательно. И плюс еще со стороны правительства, со стороны хакимиатов сейчас, вы слышите тоже, они специально делают запасы на 3 месяца. Те необходимые препараты, которые Минздрав рекомендовал. Это для стационарной службы, для амбулаторной службы. Даже больше того, я хочу похвалиться, вот никакая другая страна сами лекарственные препараты для больных не раздает, которые лечатся в амбулаторном условии. Эти сейчас пакеты стали набирать и для больных хотят раздавать. Тем более я слышала, что вышел указ о запрете вывоза на экспорт наших фармацевтических препаратов. Да, я по этому поводу тоже хочу сказать, что вот со стороны наших производителей мы уже в 16 стран экспортировали. И это уже и Швейцария, и Китай, который обычно сам в другие страны импортирует и экспортирует. И вот во время пандемии наши медицинские маски, наши лекарственные препараты, они в другие страны очень большим количеством вывозились. Но сейчас такая ситуация, что надо внутреннюю потребность покрыть, а потом уже, если будет возможность, будем экспортировать в другие страны. Спасибо большое, это очень важная информация. Наши телезрители наверняка успокоились и знают, что они придут в аптеку и купят нужные им препараты. Спасибо. Енді телеграмдан келген сауалларымызды оқып ештірсам, бізге Шохруз ісімлі телетамашабиндан сауал келген. Хозыр карантин. Айны мен савдо дүкенлерден азық-ауқат мақсулатларын харит қылсам, мақсулатлардан кәсәлік юқтырып алышым мүмкін ма? Агар шундай болса, ишончили азық-ауқат мақсулатларын қайырдан харит қылышым мүмкін? Дея сорагенлер. Білесім, жүдейім тоғыры сауал. Чүнкі бош, қап, тік, тұр, майды. Харкіз инсан азот манбайыны, углевод манбайыны, макро-микроэлементтаны, витаминлерін қамасын олыш керек. Енді албатты, бұны қамасы азық оқатты болады. Енді азық оқатты ішіде, агар ұша нәрсе болса, я кесірті де болса, өйізге ап кесейіз, албатты оны юасыз, оны алдын қанақанғыда бұл ішлоу берасыз. Енді көкәтіліге, немалеге тетмек ішлоу бер амейсіз. Алмаге, я ке мемалеге, қол мемалеге, тетмек ұшанчынан бұл жүдайан мұхым саба. Шуырында айтып өтмақшыман, базы бір интернет тамақларды оқып қалдым. Хатта вирустан қымайланыш мақсады да мейвелерді қам қайнаген суда чайып олыш, бір қайнатып олыш қалатларды қам языш кен. Бұ қанчалік тоғыры? Вирус сақланады ма ұмуман мейвелерді? Білес ма, базы бір маддалы бар кей, тервек ішілу бергенден кейін өзінің структурасын үйқатады. Мана қазір жүдейім, яқшы савал болды. Бағатлы деділі, мана савал, мана мұтақасыз жүді тоғыры жауап берділі. Функционал фаал маддалы. Агар да өзінің формуласын үйқатса, структурасын үйқатса, yo'qotsa yoki bo'lmasam noto'g'ri bir o'sha suv nimasini yo'qotib borsa, bu organizmga yegan nima kerak bor? Xuddi bir nimani yeganday bo'lasiz-da. Hali hali nima qilinmagan bir o'lik bir ovqatni yegan bo'lasiz. O'shaning uchun endi hozir bo'ldi haligi nima Shohruh degan yigitimizning javobi shuki, hozir korzinkalar, supermarketlar bunga juda katta javobgar bo'lishi kerak. Men boya aytdim, koronavirusga qarshi kurash uchun garmanitchini hamma yoqdan biz butun bizga yondashishimiz kerak bo'ladi. Har bitta inson o'zini kasbiga qarash kerak bo'ladi. Mana shular eng yomoni shuki, haligi mablag'ni ortidan kimdir qo'lini isitmoqchi bo'lsa, bu juda ham noto'g'ri holat. O'shaning uchun savdomini ham shug'ullanayotgan odamlar juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Rizq bergan insonni eng Alloh taolo suygan inson, nonvoylarni Alloh taolo suygan inson. Lekin bularni ham o'sha sez xodimlari borib tekshirib turishi maqsadga muvofiq deb o'ylayman va albatta bular inson qilishini. Chunki bu narsa o'sha sotuvchilar agarda shunga rioya qilmasa, shu qoidalarga rioya qilmasa, kasal qilsa bu achat, bu juda katta bu. Chunki bundan qancha joyga tarqalishi mumkin mevalar bilan, bular bilan o'sha oziq-ovqat mahsulotlari bilandek, juda katta bu insonga juda katta burch beradi. Vatanga bo'lgan mehr muhabbati, sadoqati, xalqqa bo'lgan mehr muhabbati oxir-oqibat o'zini oilasiga beradi. Mana shu har bitta kasbni o'ziga jiddiy yondashuvidan va javobgarlik hissini yondashuvidan birga belgilanadi va bunga e'tibor berish kerak. Demak, o'zimiz birinchi navbatda o'z sog'lig'imiz uchun e'tiborli bo'lgan holda mevalarni, demak, yuvib iste'mol qilishimiz, ularga ishlov berishda ehtiyot bo'lishimiz va ba'zi bir mahsulotlarni qadoqlangan holda sotib olishimiz kerak ekan. Albatta,
ishlab chiqarish muddatiga. Yana bitta qo'shimcha navbat maqsad edim mana teletomosha bilan juda ham tashvishga tushibdi. O'sha vitamin C dedi, askarbin kislotasi dedi, vitamin A, D, E, K deymiz. Hozir bizani O'zbekiston shunaqangi bir mevalamidanda mana Xibotxon shunaqangi bir bizani siylaganki, hozir qadimiy tog'ovcha pishadi. Yaqindagina gilosda tomon bo'ldi. Vishnya dedi, olchalar tomon. Mana mashinani ichida kapustani ichini qarang. Yo'q deb o'ylaysizmi vitamin C? Ko'katlarni ichida yo'q deb o'ylaysizmi? Shoul o'zimizdan. Mana mashinani olib turib salatlar qilib bemalol yeydigan bo'lsa, mana bu vitamin C-ni o'rnini to'ldiradi va men o'ylayman, o'sha tashqaridan kirgan tabletkaga nisbatan mana shu oziqqa, bundan tashqari bunda oziqqa tolalari bor, kletchatka bor, mana kapustani ichi bo'ladigan bo'lsa yoki naringda har xil noyob uglevodlar bor. Mana sizga organizm bo'z butunligi bizani vatanimizni xalqi bu koronavirusga kurashish uchun nafaqat bir-birimizga hukumat yordam beryapti, vrachlar yordam beryapti, даже tabiat ham yordam beryapti va faqat buni ilg'ay bilishimiz kerak va bundan foydalana bilishimiz kerak, xolos. Demak, ortiqcha vahimaga tushmasdan, turli dori-darmonlarni qabul qilishni boshlamasdan, o'zimiz sog'lom turmush tarziga rioya qilishimiz va ovqatlanishimizga e'tiborli bo'lishimiz kerak ekan. Navbatdagi savol bilan murojaat qilsam, virusga chalinmagan odam koronavirusga chalinganlar bilan bir palatada bo'lib, koronavirusga qarshi osma, dori, ukollar olgan insonga ham yuqishi mumkinmi yoki virus yuqtiruvchi bo'lish mumkinmi deya savol berganlar. Javob ber olsangiz kerak. Bu savollarga demak, bitta palatada yotishgan, bu odam yuqtirmagan, agarda o'zini virusga qarshi bilasizmi? Qo'rqqanga qo'sha ko'rinadi deydi. Bu azaldan qolgan falsafa. Hayot falsafasi juda ham murakkab va juda oson va juda tez hazm bo'luvchi va insonga yordam beruvchi bir jihat hisoblanadi. Agarda bu o'zi sezadi bu odam, o'shanga yaqin bordimi yoki biron narsasidan yedimi yoki oldimi, bu yoki biron bir nimasi o'sha tushdimi, suyuqlik ajratma, buni o'zi biladi inson. Menimcha yo'q, ehtimol bitta palatada yotib, bitta nima ijtimoiy masofani saqlagan holda, demak, karantin qoidalariga rioya qilsa, gigiyena talablariga rioya qilsa. Yana bitta narsani bilish kerakki, virus o'zi, ayniqsa bu RNK virus shunaqangi bir tabiat bizga yaratib qo'yibdi. DNK virus bo'lsa xavf ko'proq bo'lgan bo'lardi. RNK virusda yana ham ana bir Alloh bir saqlaganki, bu yer yuzini nimani insoniyatni butun mana shu trik nimani RNK virus bu. Bu xo'jayin ichida yashaydi. Tashqarida boya aytdim, viroid holda bo'ladi. Tashqarida virion holda bo'ladi. U anaqa emas. Xo'jayin ichida yashagandagina, xo'jayin ichiga yorib kirgandagina, xo'jayin hujayrasida lizisga uchratgandagina, o'zini ko'ynagini yechib, anaqa keyin o'zini ishini boshlaydi. Deb o'shaning uchun virion holda bu virus nima emas. Qo'rqinchli emas. Xavfli emas va u kishi savol bergan kishi qo'rqmasa bo'ladi. Qo'rqqanga qo'sa ko'rinmas degan o'sha maqolimi bo'ynimizga bir muncha qilib taqib olsak yomon ish bo'lmas edi. Спасибо большое. А к нам поступает очень много звонков, и я думаю, пришло время ответить на вопросы наших телезрителей. Вот такой очень интересный вопрос. Поможет ли ИСРИК в профилактике COVID-19? И у нас уже так принято, что пройдет слух, что это профилактика, так же, как мы вчера говорили о хрени с вами, да, и вот про ИСРИК уже давно о нем говорят. Действительно ли дым ИСРИКа может помочь нам в профилактике? Да. Можете только видеть. Я начну, потом продолжу тоже писать. Вообще, ИСРИК это на латинском языке гармала, это лекарственное растение, и у него существуют какие-то определенные противовирусные свойства. Не зря у нас население и наш народ, предки, это использовали для того, чтобы очищать эту комнату. Но конкретно по отношению к COVID-19 я не знаю, я не специалист, чтобы сказать, что он помогает именно при коронавирусе. А вообще всегда он применялся, и у нас даже были свечи в аптеках, реализуются свечи, которые с содержанием этого ИСРИКа. И прессованные. Да, прессованные. Да. ИСРИК очень удобный. Когда человек сам себе внушает, что это очень помогает, или у него есть специальные антисептические свойства, он действительно при гриппах раньше применялся. И вот заходили мы в дома или в лечебные учреждения, или даже учреждения официальные, там вот запах ИСРИКа был, да. Он как бы оберегал. И еще другое там поверье, что от дурного глаза и так далее. Mm-hmm. Но это уже из другой оперы. Это традиционные методы, от которого никто никакого вреда пока не имел.
что такое копчение, знаете. Как готовится тандер-кабаб, знаете, с помощью вот этого, да, арчана на масле, да. Вот с помощью, да, сырых тоже. Знаете, многие иностранные страны, то есть и на эти странцы, очень интересуются нашим сырком. Они иногда хотят через таможенный комитет, через аэропорт перевести в свою страну. Домой. Особенно 5 лет тому назад, когда к нам приехали ученые из Израиля, они хотели увезти, они еле увезли сырок. Вы понимаете? Это тоже, опять-таки, повторяю, из-за того, что я биолог, я очень люблю природу, наблюдаю природу, обнимаю каждый день природу, то, что окружающий наш мир. И природа это создала, это. Там что имеется в составе сырока? Знаете, любые инфекции, вот, когда мы идентифицируем растворы, либо мы берем фенольные, да, растворы, спиртовые растворы берем, либо хлорсодержащие растворы берем. Вот эти вот фенольные растворы, или шелочные растворы, калио-ваш, или там вот это, а там именно вот эти фенольные соединения низкомолекулярно в составе этого сырока. И более того, флавоноиды, они будут способствовать убиванию этих микробов. Оно обладает бактерицидными свойствами, фитонцидными свойствами обладает. И более того, вот это копчение, вы знаете, что вот дым, да, оно в определенной мере, естественно, помогает к уничтожению, вы знаете, что не только COVID, она не посторонних этих. Вы не думаете, сейчас только по городу гуляет COVID или по всему миру гуляет COVID. Никто не отменил инфекции вирусы, у нас были. Да. Вот почему-то вот сейчас вот различные заболевания, у кого диарея, у кого стафилококк, у кого там еще диспепсия и так далее, все переводят на COVID. Бедненький организм, да, оно, они думают, все это COVID. Это не так. Вот в атмосфере существует около 2000 микробов. Это воздушно-капельный путь. Если мы открываем чашку Петри, у каждого организма есть свои селективные среды, откроем и через миг закроем, увидите, каких колоний микробов. В любом случае, сырок, когда вы дома, они вот применяют и так далее, это польза, а не вред. Ну, главное, что мы вынесли из нашей беседы, что это не вредно, на здоровье, да. Можете поджигать. И более того, можно еще делать полоскание. Рахмат жауаплар учун. Узур гапингизм болды. Мана шу жойда біз өткен дақиқаларда, өткен саатларда Telegram orqali, hamda telefon qo'ng'iroqlari orqali stomatologiya bilan bog'liq savollar kelib tushdi. Ayni shu maqsadda biz stomatolog Shavkat Qarshiyevni suhbatga chorlaganmiz va ulardan ayni stomatologik tavsiyalar bo'yicha video olganmiz. Hozir e'tiboringizga mana shu videoni havola qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabin do'stlar. Albatta mana bu karantin paytida ko'pchiliklarimizni tishlarimiz og'riydi. Tishlarimiz og'riganda o'sha og'riqlarni bartaraf qilish, karantin tugagandan keyin shifokor qabuliga borish masalasi hammani qiynaydigan asosiy dolzarb mavzulardan bittasi bo'lib hisoblanadi. Bunday hollarda agar tish og'riydigan bo'lsa nima qilishimiz kerak? Uy sharoitida albatta pulpit, ya'ni tishning nerv tomirlari shamollaydigan bo'lsa buni birinchi yordam ko'rsatishsiz yordam qilishni iloji yo'q. Agarda periodontit, ya'ni tish atrof to'qimalari yallig'lanishi natijasida kelib chiqadigan kasalliklar bo'lsa, ba'zi paytlarda mana shu tishlarimizda paydo bo'lgan qovoqlarda tiqilib qolgan ovqat qoldiqlarini olib tashlashimiz hamda tishlarimizni, demak, o'z qo'limizda bo'lgan, demak, isiruv hattoki bo'lmasa ramashka yoki dub pustoqlari bor. Ulardan tayyorlangan damlamalar yordamida choyib turishimiz kerak bo'ladi. Albatta, bu muolajalarni o'tkazishdan oldin o'sha tish qovoqlarimizga kirib qolgan ovqat bo'laklarini chiqarib tashlashimiz hamda o'sha tishlarimizni, qovog'i bor tishlarimizni yaxshilab surib, undan keyin choyib tuflashimiz kerak bo'ladi. Endi bobolarimiz, mommalarimiz nima qilishgan? Bunday holatlarda albatta buni biz bugungi kunda tavsiya etmaymiz, ammo lekin o'sha Ibn Sino bobomiz davrida boshqa paytlarda mana shunday tish og'riqlarini vaqtinchalik bosib turish maqsadida mana shu go'sht bo'lakchalarini qizdirib bosishgan. Albatta bu tishimiz qanday holatdagi kasallikligini biz bilmasdan turib bu muolajalarni qilishimiz kerak emas. Bugungi kunda ba'zi paytlarda bunday holatlarni ham kuzatamiz. Agar tishlarimizda periodontit, ya'ni tishlarimizni nervlari o'lganligi sababli kelib chiqadigan kasallik bo'ladigan bo'lsa, bu go'sht bo'lakchalarini biz qovurib, ya'ni yog'da qizdirib bosadigan bo'lsak, aksincha, demak, o'sha kanalchalarni yopib qolishi hisobiga, hattoki, demak, tishlarimizda shishlar,
yeringler payda buluşuyor, alıp gelişi mümkün. Şu sebepten, elbette mutakasiblen ilacı bu sebep, telefonda maslahatlaşılgan halde, vaktinçelik ağırlık kaldırıcı doğru vasıtalarını istimal kılıp, hem de eğer mamada dişlerimiz yeringlegen bulsa, bunday halatlarda antiseptik vasıtalar bilen, şu bilen bir katorda mana tuzli eritmeler yordamı da, demek ağzımızı çayıp turadigan bulsak, vaktinçelik demek şifakarga bargun geçe bulgen, yordamını uzumuzga ko'rsatishimiz mümkün bo'ladi. Eğer de ağrıqlar umuman kalmaydigan bulsa, bugün kunda bilesizler, call centerlarımız, yani 10-03 rakamı işlep durdu, şaharda şaşılınç ravişte, stomatologik yordam kursatış imkaniyatı iyi bugün ayrım stomatologik şifahanalar işlep durdu. Ben şu şifahanalarga müracaat kılıp yakşısı demek uzumuzda ulaşabilen şoğullengenden kura mütexassisi aldıge müracaat kılıp uşa mütexassis yordamı da demek birinci yordamda kursatırıp ta demek mana şu karantin çora tedbirleri tugagunga kadar demek şu ağız boşluğumuzdagi tiş kavaklarımızdagi dişlerimizdagi ağrılarını vaktinchalik to'xtatib turishimiz kerak bo'ladi. Albatta bazı paytlarda milklarimiz yallig'lanishi hisobiga demek milklarimizda ağrıq bo'lishi, qonashi yoki bo'lmasam kuchli qichishish holatlari kuzatilishi mumkin. Bunday holatlarda nima qilish kerak? Bunday holatlarda albatta o'sha milklarimizga malhamlar qo'yish, parodium deb endi dori vositalarini nomini aytmaganimizda ham o'sha milk yallig'lanishini oladigan ayrim malhamlarni qo'yishimiz yoki bo'lmasam boyaga aytganimizda demak har xil dorivor o'simliklarni damlamalari yordamida demak og'iz bo'shlig'imiz choyib turishimiz qolaversa ba'zi paytlarda mana bir stakan qaynatilgan suvga bir choy qoshiq tuz, yarim choy qoshiq choy sodasi hamda bitta tomchi yod tomizish yordamida agar hech qanday narsa topilmaydigan bo'lsa demak tuzli suv hamda antiseptik vositalardan choyib turishimiz hamda mana shu yallig'lanishga qarshi malhamlarni milklarimizga qo'yib turishimiz kerak bo'ladi. Bu albatta hammasi o'sha karantin chora tadbirlari tugaguncha shifokorga yetib borgunga qadar o'sha tishlarimizni vaqtinchalik milklarimizni kasalliklarda qilib turiladigan chora tadbirlar hisoblanadi. Albatta bular hammasi demak bir oz yengillashtirib o'sha tish og'riqlarini yoki milk yallig'lanish kasalliklarini biroz yengillashtirib turishga yordam berishi mumkin bo'lgan chora tadbirlar mana shu karantin choralari tugashi bilan darhol shifokorga murojaat qilishimiz kerak bo'lgan joyda o'sha kerakli demak mutaxassis yordamida kerakli davo muolajalarini amalga oshirishimiz kerak bo'lsa o'sha tishlarimizni nervlarini oldirib davolatishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa agar olib tashlanadigan tishlar bo'ladigan bo'lsa oldirishimiz hamda milklarimizni yallig'lanish kasalliklarini oxirigacha davolatishimiz kerak bo'ladi. Chunki mana shu milk yallig'lanish kasalliklari sababli ba'zi paytda butun tishlarimiz tushib ketadi. Ba'zida aholi orasida voy men tishimni qo'lim bilan barmog'im bilan sug'urib oldim deydi. Bu yaxshilik alomati emas. Bu parodontoz kasalligining eng oxir bosqichlari, oxirgi bosqichlardan biri bo'lib hisoblanadi. Shu boisdan agar tishlaringizda milklaringiz qonaydigan bo'lsa, qichishadigan bo'lsa, yoki bo'lmasa mana shu tish tozalash shotkalari bilan tozalaganingizda tez-tez qonab turadigan bo'lsa, bu albatta mutaxassis yordamida amalga oshiriladigan davolanish ishlari amalga oshiriladigan muolajalar hisoblanadi. Ammo lekin mana shu karantin sharoitida o'zingizga o'zingiz vaqtinchalik mana shu muolajalar yuqorida aytib o'tilgan muolajalarni aytib amalga oshirib, demak, yordam qilib turishingiz mumkin bo'ladi. Endi demak asosan mana shu karantin paytini yoki tish og'rig'ini yoki milk og'rishini kutib o'tirmasdan har kuni ertalab hamda kechqurun shaxsiy og'iz bo'shligi gigiyena qoidalariga rioya qiladigan bo'lsangiz o'zingizni durdek oppoq tishlaringizni umrini uzaytirgan hamda har xil kasalliklarni umumiy oshqozon ichak kasalliklarini kelib chiqishini oldini olgan bo'lasiz. Sizga sog'liq tilagan holda xayrlashib qolamiz. Mana biz isiriq haqida gap boshlagan edik. Ayni video muloqotda video orqali stomatologning isiriqning yana bir foydali xususiyati haqida alohida ta'kidlab o'tganlarini ham eshitdik. Demak, albatta bu mutaxassisning bergan tavsiyalari tomoshabinlarning e'tiboridan chetda qolmaydi degan umiddamiz. Bizga savollarni yuboravering. Biz albatta mutaxassislarni topib javob olishga harakat qilamiz. Shu o'rinda telefon qo'ng'iroqlari orqali menga bir savol kelgan ekan. Savol emas, buni maslahat deyish mumkin. Ruziyev Yusuf O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi bizga maslahat o'zlarining tajribalarini yo'llagan ekanlar. Mabodo virus
og'iz so'lagi yoki burun shillig'idan oshqozonga tushgan bo'lsa, bartaraf qilish uchun suyuq ovqatga ko'proq qora muruch solish kerak. Muruch ichganda haroratni chiqarib, kasal ter bilan chiqarib yuboradi, deya aytgan ekanlar. Mutaxassis sifatida sizlarning bunga fikringiz qanday? Endi har bir inson bitta bir dunyo, har bir inson bir organizm. Худо шунга ўхшаб дори дармонлар ҳам, ошқовқатлар ҳам, кимдир совуқ муҷоз, кимдир иссиқ муҷоз, тўғрими? Кимдир ҳаммани феъли атвори ҳар хил. Ҳаттоки ман бир эшитишда айтгандим, отани болага бармоқ излари бир-бирига тўғри келмайди дегандек, ҳеч кимга. Кўпчиликка ёрдам бериш мумкин, бу совуқ муҷоз инсонларга. Бу тўғри нарса бу. Ҳамма яна битта нарса, фалсафа шундан иборатки, ҳамма қутқарув йўлини ўзидан топа билиш керак. Жуда ҳам яхши бу инсон ўзларига қаранг. Организмге құлақ салып, өздерін топа алып дилер, мен машин нәрсені басқаларға ем, мен шұнақа өзіні организмге құлақ сала білуші керек. Өзі неманы қалайды, организм өзі гапырады, құлақ сала білуші керек. Мен яна трансцендентал медитация сұфатыда бір нәрсе етмақшы едім. Хатыржамлікті бойы азғына гапырдым. Har kuni 10 daqiqa o'yga kelib, chordana qurib, aynan chordana ikkita qo'llab, mana shunday bir-biriga davol qilib, shag'amga qarab o'tirsangiz, bilas qaysi terapiyiz og'ivotdi-yu qaysi terapiyiz og'imayapti. Qarang-da, chunki ikkita taraf mutonasi bo'lmasa, bir oyog'ingiz oqsolashni boshlaydi, bitta ko'zingiz kamroq ko'rishni boshlaydi, bitta burningiz yomonroq sezishni boshlaydi yoki bitta quloqingiz boshqacharoq eshitishni boshlaydi. Ana o'shaning uchun bu juda to'g'ri tavsiya. Endi stomatologga hozirgi juda bir qimmatli maslahatlaridan yana bitta narsa aytaman. Men boya qon sistemasi to'g'risida gapirdim, aytdimki, eritrotsitlar nima tashiydi, leykotsitlar, monotsitlar dedim. Lekin aynan og'iz sog'ligining darvozasi juda ham to'g'ri aytdilar. Nima narsa bo'lsa, birinchi galda tilimiz, og'iz bo'shlig'imiz, o'sha shilliq parda, mana mana shu narsa birinchi galda muloqotga keladi. Bizga darrov nima reaksiya beradi, yoki yoqadi tuflab tashlaymiz yoki nima, xuddi shunga o'xshagan COVID ham og'izga keladi. Bitta narsasi borki, ko'pchilik mana savol berishi mumkin, gripp bilan COVIDni farqi nima, gerpes bilan nimani farqi nima deyish mumkin. Bo'tda yana qaytaraman. Agarda virus grippi o'sha shilibchiq og'iz bo'shlig'ida shilliq pardani nishonga oladigan bo'lsa, gerpes nerv hujayralarini nishonga oladigan bo'lsa, COVID immun tizimini nishonga oladi. Qanday bir-biridan qanaqa farqi? Endi hamma o'ylaydiki, mana oshqozon nimada yod kamchiligi deymiz, boshqa deymiz, cherakchin gormoni yetishmaydi deymiz, qalqonsimon bezida mana shu og'iz bo'shlig'imizni o'zida 9 ta bez bor. O'shandan bittasi, demak, ikkita o'sha bodom sumon bez, yana xalqumni tepasida ikkita bez bor. Bu ham o'zidan bakteritsidni, anti anaqangi moddalar chiqaradi va yod kirgan zaharli nimalarni o'zi shu og'iz bo'shlig'ida organizm kurash. Qarang, qanchalik darvozada darvozaga 7 ta posponni qo'yib qo'ygan Alloh taolo yaratgan paytda inson og'iz bo'shlig'iga. Bundan tashqari tilli tegida, so'lak bezida biz o'ylaymiz, diastaza fermenti bor dedik. Mana non yeganimizda darrov shirin bo'ladi. Как будто крахмал разлагается, получается глюкоза, мы ощущаем что-то сладкое. А аскини olganda yon ham parchalovchi fermentlar, krahmalni ham parchalovchi, oqsilni ham parchalovchi fermentlar o'sha nimalari orqali o'sha bezlarni o'zini uzun yo'lchalari orqali og'iz bo'shlig'iga kelib turadi. Mana kurash COVID og'iz bo'shlig'iga tushganda mana shundan boshlanadi. O'shaning uchun juda to'g'ri tishimizni sog'lom saqlashimiz, o'sha tilimizni tepasida har xil qirindilarni yig'ilmasligi, uni nima qilmas, stomatit bo'lmasligimiz, laringit bo'lmasligimiz, periodontit bo'lmasligimiz hamda o'sha bezlarni yallig'lanmasligi bu juda nima. Bundan tashqari mana shu bezlar o'zidan shunaqangi gormonlar chiqarib beradiki, organizm immun sistemasiga xavar yetib boradi. Tayyor tur, mana o'sha kirib kelyapti dushman anaqasi. Endi qo'pol o'xshatish bu markim yaxshi o'xshatishdir. Kirib kelib organizmga xavar beradi. O'shaning uchun og'iz bo'shlig'iga, xalqumga va qizil o'ngachga, oshqozonga yetib borgunga qadar juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak va buni biz saqlay bilishimiz kerak. Shuning uchun bir nimada men juda bir nima yoqdi, tomoqni issiq qilish kerak deyishdi, boshni issiq kelish, o'pkaga nima hammasi bir-biridan bog'liq. Bundan tashqari yana bir nimani aytgim kelardi, menimcha qiziq bo'lsa kerak hammaga. Hech hayotni qonunidan qochib ketolmaymiz. Ibn Sino bobomiz aytgandilarki, har qanaqa holat
holati organizmni kasallikka duchor qilib, uni sarson-sargondon qilib, haligi yondirib, kuydirib, oxir oqibat o'limga olib keluvchi to'rtta holat bor deb aytgan edi. Bu holatlar organizmni yig'iladigan xiltladi u dedi. Xilti to'rtta turga bo'lgan. Birinchisi qonda xilt bo'lishi juda ham bir yomon asoratga olib keluvchi holat deb aytganlar. Ikkinchisi balg'am deb aytganlar. Uchinchisi safro, to'rtinchisi savdo deganlar. Qon agarda qon buziladigan bo'lsa, jigarga bordi, o'tirdi, jigar filtrlay olmadi, uni qoldi hali etik antibiotiklar masalasida gapirib o'tdik, yoki bo'lmasam o'sha badla to'g'risida, agarda sun'iy ravishda qilingan badla bo'ladigan bo'lsa, ichiga har xil emulgatorlar, har xil kimyoviy yo'l bilan olingan rang beruvchi, bu organizmga juda katta zarar. Agar mana boya aytib o'tdilar, tabiiy bo'ladigan bo'lsa yaxshi. Bularning hammasi qonga boradi. Qonga, demak, so'rilmasdan jigarga tiqinchlar hosil qiladi, jigar qattiqlasha boshlaydi. Endi balg'am chilimchiq hosil bo'ldi deylik. Endi bu miyaga borar ekan. Miyada kechirasiz, butun nerv gumoral ta'sir hamma bu nimasi hammasi miyamizda bo'ladi. Balg'am borib o'tirgandan keyin nima bo'ladi? Meningit ham kelib chiqadi, boshimiz og'rishi ham kelib chiqadi, anglay olmasligimiz ham kelib chiqadi, kayfiyati yo'qligi ham chiqadi. Immun sistemaga javob beradigan bosh regulyator, dispetcher o'zi sekin-sekin izdan chiqa boshlaydi. Uchinchisi safro. Yarim qon, limfa. Hali qonga aylanib bo'lmagan. Safro dedi, mana nima o'ynab ketdi dedi, mana ko'ynim aynan bu safro yig'ilibdi dedi, ko'ynim aynayapti dedi, ovqat yeyishga ham. Mana bu narsa o'pkaga boradi, xil bo'lib, o'pkani borib, o'pkada yig'ilib, o'sha yig'ilgandan keyin pleurit deysizmi, o'sha nimanik dedi, gnoy nima dedi, geringlik pleurit deysizmi, hammasi o'pkaga keladi dedi. И eng yomoni bu savdo, savdo bu quyqa. Mana cho'g'imda suv qaynatganingizda qanaqa nimalarni ko'rasiz tegida qolasizda, oshiqcha minerallarni bo'lishi suvni tarkibidagi yoki o'sha yeyotgan mana shu moddalar, mana elementlar, kalsiy, natriy, kaliy, fosfor, bu magniy, manganet, kobalt, bularni turlari juda ham ko'p, Mendeleyev davri sistemasidan ham xabari bor. O'shandagi o'zlashtira olmasa, oshqozon osti bezi yoki o'sha vaqtida darmon dorilar bo'lib metabolik siklga olib kelmasa, u quyqa holatda yig'iladi deb borib suyakka boradi. И suyak egilishi, suyakni skolioz, suyakni og'rishi, bo'g'imlarni bo'rtishi mana mana shunaqa holatlarga olib keladi. Ana o'shaning uchun mana shunaqa holatga olib kelmasligi uchun organizmni butun holatda ko'ra bilish kerak va organizmni har doim aytganimdek quloq sola bilish kerak. Mana bu aka juda ham to'g'ri ish qildilar. O'ziga xos mijoziga yo'lini tanlay bilish kerak deb o'ylayman va mana shu to'rtta xilti hosil bo'lmasligiga iloji boricha harakat qilish kerak deb o'ylayman. Lekin boshqalar bu tavsiyaga, demak, ko'r-ko'rona amal qilmasliklari, o'z organizmini o'zlari o'rganib chiqishlari zarur ekan. Albatta, rahmat. Спасибо большое. Мухаббат Яхияевна, у меня вопрос вам как к фармацевту. Сейчас в социальных сетях очень много гуляет информация о том, что цены в аптеках необоснованно выросли. Насколько это соответствует действительности? И вот вопрос от Равшана из Ташкента. Кто контролирует цены на лекарства в Ташкенте? Вы можете ответить на этот вопрос? Вообще, этот вопрос очень злободневный, и, как я вчера тоже говорила, у нас Всемирная организация здравоохранения говорила, что существует два вида доступности – географическая и ценовая. И ценовая доступность – это очень важно, потому что платежеспособность населения должна позволить приобрести нужные препараты в нужное время. В 2016 году, 31 октября, вышел первое постановление президента 2647, в котором регламентируется отдельное ценообразование для оптовых организаций, там до 15% должны они ставить надбавку, и отдельное ценообразование для аптек. Здесь они должны иметь право до 10% поставить. А есть у нас еще статус социальных аптек. В социальных аптеках на социальные препараты ставить можно только 10%, для того, чтобы население могло приобрести. И этим же постановлением было регламентировано, что контроль и мониторинг за ценообразованием возложен на антимонопольный комитет, на его территориальные подразделения. То есть в городе Ташкенте существует специальное территориальное подразделение города Ташкента, антимонопольного комитета, его функции входит контроль за ценообразованием. И кроме этого еще возложен на определенный департамент при Генеральной прокуратуре. И буквально вот вчера, позавчера, три дня тому назад мы сейчас слышим по интернету, видим по телевизору, что проходят рейды и выявляют завышение цены на нужные препараты. Допустим, аскорбин кислоты было 4000, буквально до
ПДБ, сейчас это выросло в 2-3 раза. И то не могут найти. Поэтому, конечно же, это определенные структуры. И хуже того, эти препараты стали продавать не в аптеках, а уже за пределами аптеки. Я просто хочу напомнить, что у нас буквально в прошлом году в Уголовный кодекс внесли наказание за реализацию лекарственных средств вне аптеки. Вот то, что кто на улице реализует, там последняя мера наказания до 15 лет, если это связано будет со смертью этого человека. Поэтому есть специальные структуры, но, конечно же, в целях поддержки бизнеса сейчас не просто зайти в аптеку проверить, и здесь население должно само помочь. Просто сообщение людей, которые постоянно приобретают препараты. Да. Они знают, что это стоило столько-то. Сейчас вдруг выросло, они могут сообщить территориальное подразделение антимонопольного комитета. Те уже на основании заявления этого больного или пациента, они могут уже пойти туда и спросить. То есть это один из методов общественного контроля. Ну что, я думаю, это очень важно, уважаемые телезрители. Если вы пришли в аптеку и приобрели препарат, который буквально месяц назад стоил порядка, меньше где-то в два раза, может быть, даже, да, то вы можете позвонить в Центральное управление антимонопольного комитета и подать жалобу на эту аптеку. Я думаю, что ваша жалоба будет услышана. Я хочу дополнить, что у него, у пациента есть право запросить у фармацевтического работника информацию по ценообразованию. Угу. Это прописано у нас в постановлении 185, правила розничной реализации. Он имеет право запросить, чтобы показал ему накладные по данному препарату, на данную серию. И там уже будет видно, сколько процентов установлена надбавка. У него это право есть. Но, к сожалению, у нас население это не знает, и не все могут грамотно требовать свои права. Свои права. Спасибо большое. Это у меня вопрос тоже к вам. Немножечко забавный. Давайте внесем немножечко юмора в наш сегодняшний разговор. Вот спрашивает Гайбула из Наваи, помогает ли арбуз профилактики COVID-19. Честно говоря, я это слышу впервые. Возможно, есть какие-то исследования. Арбуз испокон веков применяли, когда человек болеет гепатитом наряду с рыбой. Да. Да, понимаете? В арбузе 97-96% воды, там сухие вещества очень мало. Но там имеется клетчатка, причем ценная клетчатка и ценные углеводы. Когда мы слышим, что углеводы, да, мы всегда понимаем глюкозу, фруктозу, больше всего. Мы не понимаем, что такое рафиноза, что такое тригалоза, что такое кистоза, что такое, ну, мальтоза тоже понимает, тоже вот, и лактоза понимает, молочный сахар, понимаете? Там есть такие углеводы, которые очень нужны к организму. То есть в организм человека, более того, есть такие минералы, несмотря на то, что там всего лишь 4-5 грамма на 100 – это сухие вещества, она очень ценная. Да, естественно, помогает. Если печень облегчается, ничего хужего для человека не происходит. Так что рекомендую. Тем более, что говорят, нужно пить очень много жидкости, да, в период заболевания. То, я думаю, сейчас сезон арбузов, у нас их очень много. И я думаю, кушайте на здоровье. Единственное, да? чтобы арбуз был не имел большее количество нитратов, чем предельно допустимой концентрации. Ну, знаете что, сейчас наш народ, да, очень уже ученые в этом отношении, очень знающие, они тут же знают, уже сразу из вида, из роз, этого, из цвета они сразу определяют. Да, арбуз полезен. Спасибо большое. Рахмат, шуурында айтып өтмөкчүмүн, телефон коңгуроолары аркылуу жүдө көп саволлор келипти. Хамда телеграм манзилимизге хам хозирге кадар 3520 савол болду ва бу саволлорго имкон кадар жооп бериш үчүн сиздерден илтимос кылардым. Бу саволлорго кыска ха жок тарзыда жана болады болмайды тарзыда тез-тез жооп берсек. Демек Шухрат исимдүү телетомошабин Яңгы Жолдон савол юлаганлар, аскорбинка 50 ёштан кейин мүмкүн эмасмы? Противопоказаний жок, мүмкүн. Кальций саклоочу препаратларга сал нима кылышат, чүнки шундай гана карыйланы сүйөгү уже каткан болот, ошон үчүн кальций. Аскорбинка жок. Hali yana bitta qo'shimcha qilaman, askarbinka juda ham namataydi ko'p-ku, limonda ko'p-ku. Mana hozir shu juda ham shu savolman deb shu fikrimni yana uyg'otishga sababchi bo'ldi. Limon va kivi. O'zi kivi, o'zi kivini nomimdan boshqacha, lekin kivi sotgan firma o'zining nomidan kivi kivi bo'lib ketdi. Mana mashinada ham juda ham ko'p askarbinka sotadi. Hadi aptekaga chopib nima qiladi? Mana mashinani olsin, yesin. Bundan tashqari qancha yana oshqozon osti beziga hamda oshqozonda ovqat hazm qilishga yordam beruvchi boshqa moddalar bor uni tarkibida.
Демек, кейінгі сауалымыз, рахмат жауаплар үшін. 5 яшлы қызым қантлі диабет, 1,5 елден бері спрей сепамыз, күнде 2-3 марта ішлетамыз спрейіні. Демек, шу дарыны топалмай, март деген дары, шу дарыны топалмай қалды, қайырдан топса болады. Март 5. Uzun endokrinik kasallik bu ijtimoiy kasallik hisoblanadi va davlat tomonidan bemorlarga bepul ta'minlash kerak. Alohida bizda vazir mahkamasining qarori bor 204-chi 2013-yilda qabul qilingan. Bu masala bo'yicha endokrinologga uchrash kerak va uning tavsiyasi bo'yicha buni iste'mol qilsa bo'ladi. Chunki alohida bizda dori-darmon dorixonalarida bor, ijtimoiy dorixonalarda. Imtiyozli retsept asosida ular yozib bersa, o'sha tegishli dorixonaga borib olish mumkin. Rahmat. Yana bir savol, 17-iyulda COVID manfiy chiqdi, lekin isitmam baland bo'ldi. 20-iyulda test ijobiy chiqdi. Endi davolanyapman uyda. Bu yog'iga nima qilay? Deb so'raganlar. Mana bizda sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan alohida standartlar tasdiqlangan, statsionar uchun alohida, ambulator sharoit uchun alohida. Albatta, mana poliklinikada murojaat qilib, ularni tavsiyasi asosida davom ettirish kerak. Bu bir kunda ketmaydi, lekin unga taxminan qanchadir 10 kuncha davolanish kerak. Alohida standartlar bo'yicha. Shunda mana qo'shimcha bor edi. Xo'p. Bilasizmi, shunaqa COVID paydo bo'lgan paytda butun dunyo olimlari qanaqa dori-darmon ishlaymiz, qanaqa qilib qo'llaymiz deyishdi. Men endi ham entomolog, fermentolog bo'lganim uchun COVID tuzilishiga kelib chiqdim. Bu alohida bitta mavzuga, peridachiga moyil bo'lgan mexanizm to'g'risida, tuzilish to'g'risida, anatomik, morfologik tuzilishi, uni funksiyasi to'g'risida juda ko'p gapirsa bo'ladi. Ana o'sha joyda ba'zi bir olimlar, ayniqsa O'zbekiston olimlari klaster suvlari deyishdi. Suvni bilasiz qanaqa, o'ziga muzikani ham oladi, o'ziga har qanaqa tovushni ham oladi, o'ziga har xil yomon fikrlarni ham oladi deb suvlarni davolash deb aytishdi. Bundan tashqari imbir. Bitta narsaga men qoyil qoldim, mana kecha xren to'g'risida, o'sha nima to'g'risida nima qalampir, yer qalampir to'g'risida gapirdinglar. Mana shu imbir, yer qalampirda o'sha peroksidaza fermenti bor uchun bu foydali. Bu imbirni qarang, bu shohli tojli virus, shohli nima ildiz o'simlik shohli. Hindiston o'zini imbirsiz o'zini farmatsevtik sanoatini nima qilmaydi. Mana hozir bu ukamiz uy sharoitida limon bilan kivini olib o'shandan eritma qilib nima deydi, ichilmasin o'zini o'sha anaqa holatda, xol nima holda, sarxil holatda o'shanda har kuni bo'lmaganda bir kunda 3-4 litr suv ichishlari kerak. Albatta suv, men boya aytdim-ku, ajoyimas veyon holda haligi suvni haydab olib chiqib ketadi, machevinamdan o'sha ajratish anaqasimdan. Ikkinchidan men yana aytgan bo'lardim, imbir mana shu narsani. Bundan tashqari biz hozir O'zbekistonda dorivor o'simliklarga hukumat tarafidan juda katta qarorlar chiqdi va o'simga plantatsiyalar shunaqa bir nimalar borki, mana bamiya degan narsa bor edi, mana saxrni diabet haligi kishiga qiziga ham to'g'ri keladi. Bamiya ichida inulin bor, topinambur ichida inulin bor, artishoklar bor, bularni ichida inulin bor. Mana shu joyda men aytmoqchi bo'lardimki, bu uy sharoitida o'sha imbirni olib turib, o'sha nima qilib ichishi mumkin bo'ladi. Yana bitta narsa, bilasizmi, insonni ruhiyati juda katta bir qurol insonga. Men bir hozir bu yigit savoliga manimcha shu juda to'g'ri bo'ladi. Bu men o'ylayman, boshqalar ham shunaqa savol bergan bo'lishi mumkin. Bahs o'ynashgan ikkita polvonni domlalar ustozlari, bir tirriq polvon bo'lgan, bir haqiqatdan ham bir olpomish polvon bo'lgan aytganki, men polvonni yuttiraman seni, yo yutmaysan degan. Keyin kelganda ustozi aytgan, bu polvonga o'sha olpomish polvonga aytganki, sana numirliq polvon yutar ekan tirriq, nima deyapti deydi, jilog'imni otib yuboraman-u deydi. Ikkinchi marta yana keladi, sani chaqiryapti gilamga deydi, sani yutar ekan o'ylab gapiryaptimi deydi. Uchinchi marta yana keladi, to'rtinchi marta yana keladi, haligi mirriq polvon ustozi bunga kelyapti. Beshinchi marta aytadi, jonimga tegdi-yu, qo'ysa-chi mani deydi. Oltinchi marta kelganda, iya nimaga hadeb bunaqa turadi, nahotki mani yutarkan deydi. Yettinchi marta rozi bo'ladi, jangga chiqishga, nahot yutilsam kichkinaginagina o'sha nima polvonga tirriq, mana bu kichkinagina puflasa yiqiladigan polvonga alpomish polvon yutqizadi. Organizmga quloq sola bilish kerak, organizmga qaray bilish kerak va o'zini o'zi nerv gumarali ta'siridan boyama aytdim, immun sistema
Бу жудаям катта нема организмда эндокрин система. Мана хазы кызымызям, дадалары 5 яшар кызыям, албатта эндокринолог учрашсына. Чунки инсулин организм өзү чыгарады бу гормонну. Бумасызбы? Ашказан астыда турупту, шу немеси резервуар чыгарады, ошо өзү чыгарады. Эндокрин системага этибар беришимиз керек. Эндокринологла, хурматлы эндокринологла ишлашыйла керек. Хазыр мана мен шу неме деди, ковидке мана башка врачтан уянды. Хана мутахассислар, мана жүрөгүн боя азгана гапырып өттүктө. Ошон үчүн мен айтамынки, мана машинге берилмашлык керек. Ой шароитадан бемалол өтөт. Бундан тышкары бул вирус болгон, мындан кийинен болот, чүнки буларсыз hayatımız жок. Өзү умман аслында алганда жерде hayatты пайда болушу өзү микроблардан башталган. Бир хужайралык ошо битте садда анакалардан, прокариотлардан мында ойлогонда пайда болгон. Бундан эч ким сурок кылмаган. Факат биздин вазифабыз дисбаланс болмашлык керек, муазанат ушап турушубуз керек. Жана мындан тышкары организмде буфер системасы бар. Мана хар битте модданы өзүнүн немеси бар организмде. Ошо нерсени биз ошо кан басымыз бир хил ушап турушка аракет кылышыбыз керек. Медамыз ошо мужазымыз канака соо мужазымы? Ошонго кулас ысык мужазымы шунга. Факат регулировка кылып турушубуз керек халас. Мен ойлойман, азыркы пайтта ковидде мынакаңге нима халатта рожанып кетишке жана битте абиотик фактор этип отмокчумун. Мен буну ала качан этмокчу болгандым. Азыр фурсаттан пайдаланып, азыркы нурланыш кадарын атрофтаги Усур, нечто телефон станция, кем да курсейс, холода телефон. Хазар, бир секунд ичида, 1000 гигагерц толкун таркалды, башу нема компаниялардан, мобил уялы телефонлардан. Мен яны айтамынки, ата-аналарга ойда вахымага түшмөстөн кечирасызлар, мен эшитип атам, мана телевидениеде көрсөтүп аткан нималарда 37 градуска чыкса ысыгы тез тибби жардамга телефон кылган, кан басымы 140дан 160 болсо телефон кылган, кечирасызлар. Сизлер мен шу телефонду кадып алиги ар кыл алиги нималарга кирип туруп, ар кыл расымдарды көрүп, ар кыл вахмаларсаны гапырмастан организмге кулак салыйлар. Хама окуган. Азыр адашмасам эң катта поколение нима авлодубуз азыр 30-жылдар. 30-жылдар азыр 90 жаштык, 99 жана 100 жаштыктыр. Хама окуган, хама олий маалыматтуу, хама саваттуу, хама нерсени билади. Нима керек? Хадып өзүн өзү басып алып, ошо баласыга хам карашка күчү жетеди. Ошо телефонго жарым саат, 1 саат көбөлмөсүн. Базы халаттарда мен көрөмөн. 7 саат, 8 саат телефондо отурушат. Ой, мамдака болуптур, ой, мамдака болуптур, мамдака. Керек эмес. Керек эмес ошондой нерселер. Ошон үчүн мана кымасын тез жардамга. Ойласын өзү канакын карарат түшүрүшүбүз мүмкүн. Hani буларыбызды неме кылышкен? Буларыбызды караратты түшүрүш үчүн буларыбыз немелери бар? Ичип кеткенде неме кылышкен? Оддий куруч кайнатып туруп крахмал берген. Азыр алма гел дейбиз, жок, кизгил гел, башка нерселер дейбиз. Бундан тышкары ысык түшүрүш үчүн неме кылышкен? Ысык түшүрүш үчүн ошо печенасыга неме кылышкен дейбиз? Ысык кына кылып, неме укшушли суу менен неме кылып, кол бойлоп коюшкан. Тамак ооруганда ысык суу кол бетерде кылып жараткан. Думбадан узур, мана яны ар кыл яларды жапырышады. Думбадан аталала кылып, ошо өпкөнү шундай неме кылып кетишке, бундан ичип катса эми худда мынашака кылышкан. Кечирасызбы, мына шу нерселерге табий нерселерге кайтыйлык. Алеги функционал кошумчалар, алеги биологик фаал кошумчалар, кечирасызлар, кошумчалар хаммасы өзүңөрдө. Бундан тышкары жана айтаман, ошо эндокрин системабыз бемалол иштей беришиге жол ачып беришибиз керек. Окумага түшүшүбүз керек эмес. Өзүбүздүн оюбузда хамма нерсебиз бар. Азыр шүгүр ар кадамда аптека, ар кадамда магазин. Мен ойлойман, Өзбекстан күнү кече билдим. Эң кам анака харч мамлекеттерден, эң нумададан арзан мамлекеттерден 6-нчы орунда экен. Мева чева дейсизби, ошо азык оокат махсулаты кийим кечек дейсизби, башка 6-нчы орун. Бул канакаңги? Мына баазы бир мамлекет жашоочулар айтышадыки, пулду чет мамлекетте Өзбекстанга келип дам алып кетиш керек экен дейишади. Мана мына шунакаңги халатта биз кечирасызлар, өзүңөрдү басып алып туруп, кадып кийин жана бир нерсе нолиш жыйыштырыш керек. İkinci maslahatım, üçüncü maslahatım, koronavirus sözünü ilacı bari çıkam alış gerek. Bana uzur dini hayatta uzun dünyanın uzun üç tanesi başkaratta din, birinci hükümet, ikinci din ve üçüncü kanunla. Doğru mu? Bir peytle din başkarıya. Эсилерде болсо дин башкарган, дин ма хукуматка ҳам, ҳаттоки подшолорга ҳам бўйсунмаган. Лекин ҳозир ҳукумат
кичеден, ден жда турга бир койпти. Аким кийила дейди, тахорат кылила дейди, иссиқна бўлила дейди, тўғрими йўқми? Буларнинг ҳаммаси бизандинда, ҳаттоки немис олимлари шунақа кўрсатишди, бизани ўша ҳар доим ўша тахорат қилиб, ўша намоз ўқийдиган ва ўша тозаликка озод ироя қилганни нурлари. Мана энди ҳаммада флюитлар бор-ку, манфий ва мусбат флюитлар, бу ҳам бир алоҳида бир тема. Мана мана шу жойда шунчалик даражада биз нима бизаки шу nimalarga e'tibor beradigan bo'lsak, tozalikka rioya qiladigan bo'lsak, o'zimizni bosadigan bo'lsak, mana mamdaqangi oshiqcha nimalar bo'lmaydi va shu aytadiki, dinlar Allohu akbar deb mana ba'zi bir paytlarda Alloh chaqiradi. Bu sado aksado mana ketdi. Agarda hozir bir deraza tishqib tirqishidan to'g'ridan perpendikulyar yorug' tushsa, havoda korpuskular zarrachalarni uchib yurganini ko'rasiz. Mana mana shu narsani, mana shu narsani kesib o'tadi. Chaqiradi bu narsani, chaqirishmasin shu narsani. Kerak emas shuni otini yetish. Bu narsa ham o'z inikosini berishi mumkin. Demak, ortiqcha vahimaga kirmasligimiz kerak. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, bizga kelgan aksariyat savollar mana shunday vahima asosiga qurilgan savollar. Issig'im chiqyapti yoki uyog'im qo'lim og'riyapti, belim og'riyapti, bu koronavirus emasmi, koronavirusga aloqasi yo'qmi yoki qaysidir qo'shnimni ko'rdim, yuqib qolmaydimi, unda koronavirus alomatlarini sezgandek bo'ldim. Mana shu vahimalar bilan bizga kelgan qo'ng'iroqlar, Telegram manzilimizga kelgan savollarning aksariyati mana shunday vahimalarga asoslangan. Menimcha, sizning tavsiyalaringizdan so'ng TV tomoshabinlarimiz o'zlari uchun керакли зарур хулосаларни чиқариб оладилар албатта. Бу бош ҳамада бор. Я вот хотела задать вам вопрос как раз-таки по теме, которую вы сейчас разговаривали. Вот у меня несколько звонков записаны, и все они по продуктам питания как раз-таки. А вот один из вопросов: как употреблять чеснок в профилактике COVID-19? Как употреблять хрен? И вот то, что вы сегодня рассказывали, пожалуйста, давайте объединим это все. Какое лучше выбрать питание сейчас в период пандемии? Как употреблять вот эти самые такие добавки, чтобы предупредить болезнь и тем, кто, наверное, уже заболел? Вы знаете, когда-то в молодости люди ели чеснок, взяли хлеб, намазывали, на ели чеснок. Это против, сами знаете, глистов, против этого. И действительно, это все повлияло, да, чеснок. А сейчас, значит, имеются тёрки, чеснок. Имеется, когда-то были в аптеках, вот моя вот коллега подтвердит это, аличуп вот продавали. Да. Помните, чесночную вот эти воду, да, продавали и так далее, и так далее. Да, чеснок сейчас поможет. Поможет почему? Чтобы предотвратить сопутствующие, болезни различные, вирусные, там, бактериальные и так далее. Но злоупотреблять чесноком нельзя. Вот. И для того, чтобы просто так в день принимать в жидкое вот эти вот блюда, можно через чёрку несколько штук этого, и можно и в салату можно опустить чеснок, то есть резать мелко накрошенный, и можно есть чеснок. А от чеснока вреда не будет. Опять-таки повторяю, потому что она природного происхождения продукт. А что по поводу хрена и имбиря? Да-да-да, по поводу хрена. Очень много российские передачи хвалят, рекомендуют хрен. Что такое хрен? Хрен, значит, ценный в своем составе, опять-таки, имеет эфирные масла, они полезные. И, более того, содержит флавоноиды. И самое главное, хрен является, продуцентом, то есть источником получения пероксидазы. Это фермент. Знаете, это интересно. Вот смотрите, если мы сравним, если коронавирус будет претендовать на гемоглобин, на разрушение вот этого лизиса, и вот отбирание вот этого из состава гемоглобина феррума, да, железа, то пероксидаза имеет такой же этот гемсодержащий фермент. Вы понимаете? Вот смотрите, какая вот эта звичья. И по поводу этого я хочу сказать, да, хрен, она поможет, но злоупотреблять нельзя, потому что она жгучая, она очень острая. Даже вот видите, когда этот нашатырный спирт, когда люди теряют сознание, а сейчас некоторые даже хрен говорят, чтобы она, они нюхали и пришли себе. Злоупотреблять не надо. Вот эти вот антибактериальные, имеющие вот эти вот продукты, имеющие бактерицидные свойства, она никогда не помешает, но все в меру. Опять-таки, врачу нельзя идти с этим вопросом, сколько долги чеснока, да, занимать, сколько этого. Человек сам знает, пусть на ощупь, язык это поможет. Организм слюна сам почувствует, конечно, да, сколько ему слюна этого поможет, нужно. И аппетит поможет.
Просто надо слушать организма, что он хочет, что он хочет, что говорит, что шепчет. Да, спасибо большое. И, ну, вот такой вопрос, я не знаю, сможете ли вы на него ответить, но спрашивают очень многие. Создано ли же лекарство от COVID-19? И у нас разрабатываются ли препараты сейчас? Как таковой специфический препарат пока не создан, но я хочу рассказать о препарате, который создали наши ученые, Рутан. Да. Этот препарат очень хорошо показал при лечении как дополнительного коронавируса, и даже в Китае проведены были многоцентровые клинические исследования, и там тоже очень положительный эффект оказал. Этот препарат заинтересовали специально фирмы, и у нас под Ташкентом специальный технопарк создан, и эта организация, фирма начала производить препарат уже в большем количестве. И существует у нас очень много академических институтов, ученые, все над этой проблемой работают. Но я одно хочу вещь сказать, что для того, чтобы создать один препарат, в среднем уходит около 15 лет. От идеи до состояния бренда около 15 лет, потому что это связано с доклиническими исследованиями на животных, это связано с клиническими исследованиями. И поэтому, конечно же, за несколько месяцев создать экстренно препарат, это очень трудно. Но имеются наработки у наших ученых, и вот эти наработки они входят на финишную строку. Вот пример Рутан, допустим. То есть уже препарат Рутан, он уже есть в продаже? Он уже есть. Продажи сейчас, этот завод начинает работать на полную мощь, и он вот появится в аптеках в достаточном количестве. То есть скоро мы можем спокойно прийти в аптеку? Это купить? Наш узбекский отечественный препарат. Против коронавируса. А вообще весь мир работает над этим проблемой. Ну, будем надеяться, что в скором времени найдется лекарство, которое будет нас от COVID-19. Ну, а пока, я думаю, будем соблюдать все меры профилактики и, конечно же, прислушиваться к советам наших специалистов сегодня. Шоурында это будет Мохчман, с Гателеграмм. Манзелы Оркали, хамда телефон Конгроклар Оркали, Хархал Саволлар Келмохте. Har xil savollar kelmoqda. Mana shu o'rinda aytib o'tishim kerak. Ba'zi bir savollar moddiy yordam ko'rsatish haqida hamda ko'ngilli sifatida mana shu karantin davrida shifokor sifatida ishlash haqida va yana shunday tashkiliy masalalarda ham savollar, tavsiyalar va maslahatlar ham kelmoqda. Shu o'rinda aytib o'tishim kerak, yana bir bor eslatib o'tmoqchiman, O'zbekiston 24 telekanali orqali COVID-19 vaziyat ko'rsatuvida mana shu sizning tashkiliy masalalarda bergan savollaringizga mutaxassislar javob beradilar, bizda esa asosan tibbiy yo'nalishdagi savollarga javob beriladi. Navbatdagi savolimiz diabetim bor, yurak yetishmovchiligi ham profilaktika uchun vitamin D, askorbinka, sink ichsam bo'ladimi deya Toshkentdan E'tiborxon so'raganlar. Uzi bu preparatlarni tavsiya etiladi, lekin baribir endokrinolog shifokorga o'xshash kerak, chunki unga o'ziga tegishli qanaqadir injal qabul qilish qilmaslik qanaqasi bor. Vitamin D bilan yurakni aloqasi unchalik bevosita emas. Endokrinolog, endokrinologiya saxni diabet. Diabet. Yurak yetishmovchiligida profilaktika uchun ham diabetlari ham bor ekan. Барбар шифокор тавсия көрүш керек да ошо адам өзүнө. Чүнки цинк препараттар бул өзү иммун системаны көтөрөдүган. Аскорбин кислотам жүдөм өзүнө алохода пайда көрсөткөн ва витамин ДМ яшын ижоби ласы берип атат. Факат буну конкрет бемары, конкрет шифокор көрүш керек да. Жооп беришибиз керек. Набаттаги савол? Вопрос. Через сколько времени после выздоровления после COVID-19 можно выходить на работу? Такой вопрос. Есть ли у вас такая информация на эту тему? Знаете, после выздоровления, я думаю, что если какой заход, такой выход. Как вот метод Эбинсона 7 дней, через 7 дней начинает уже проявлять даже лекарства свои свойства, свои вот действия. И через 7 дней человек уже привыкает, через 7 дней 20-21 дней. Вот так вот. То есть, вот из методов Эбинсона. После последнего какой вход, проявления такой симптомов выход должно быть, еще 20 дней нужно отсидеть дома обязательно, да? Для того, чтобы, Успокоиться, чтобы совершенно уверенности, совершенно вот это вот надо делать. Ну и вот вопрос такой, какие виды ковид существуют? Какие виды ковид существуют? Да.
Ковид существует, я сказала, четыре вида. Вообще ковид человеческий, она в этот раз очень сильно проявлена. Был ковид, сначала нашли, вот помните, вот из этого летучих мышей, потом были змеи, вот этот вот ковид, а потом панголин, вот ковид, а это человеческий ковид, четыре вида пока. Вот. Теперь, знаете что, я хотела воспользоваться моментом сказать то, что многие, вот мы слышим реплики, да, вот я как микробиолог, биохимик, биолог, биотехнолог, хочу сказать, что вот наши врачи, наши эти, ничего не могут, ничего не этот, почему до сих пор спят, уже который месяц проходит. Понимаете, сейчас коллега моя очень правильно сказала, для того, чтобы создать лекарства, нужны определенные этапы. Когда лекарство находится, оно в первую очередь будет на этих клетках, на вирусах самих, а потом на мышах, а потом на крысах, а потом на морских свинках, а потом на кроликах, потом на собаках, потом на лошадях, а потом на людей. Понимаете, сколько этапов должны мы пройти? Потому что люди – это самое совершенное, этот, и самое высокое, и самое ценное то, что имеется у природы – это люди. Поэтому должны быть очень осторожны. Пусть реплика вот такие вот наш народ, да, которые не знают, вот, по каким стадиям должны нарабатываться лекарства и так далее, чтобы выйти до этого распространения широкого, сколько этапов должно пройти, сколько разрешительных документов, потому что здоровье человека нельзя шутить. Я просто хотел дополнение сказать. Да-да. Конечно, требовать очень легко от структур, от правительства, от врачей, но то, что элементарно должны мы соблюдать, элементарно требования гигиены, соблюдение общественной дистанции, не собираться по вечерам, молодежь, и там просто стоять. Yeah. Это же легко, это никаких средств не требуется для человека. Просто желание спасти себя и свою семью. Вот это у нас сейчас иногда у некоторых людей, не сказать, нету. Да, согласна. Вот это самое простое, нам нужно сейчас элементарные элементы санитарии, гигиены будем соблюдать, уже будет легче. Не здороваться за руками, потому что не обниматься. Вот у нас есть привычка, что вот кто-то головой там подходит друг к другу. Да. Вот элементарные вещи надо убрать, и потом уже и сама природа, и профилактика, и вот это правильное питание, все это потом все в норму придем. Угу. Если мы будем беспорядочно вести свою жизнь и также выходить на улицу, собираться, проводить какие-то мероприятия, это остановить очень трудно будет. Спасибо большое. Рахмат, чорында яна келген саволларни оқиб эшитираман. Қисқа-қисқа жавоб бўлса, Нурустиган Нур бўлар эди Тошкентдан. Рафика исмли аёл савол юллаганлар, 66 ёш экенлар, 3 кундан бери истимам бор. Антибиотик ичяпман, шундан ўт пуагим ҳамда жигар оғриятди, тўхтатайми деб савол берганлар. Мен ўйлайман, бу савол кўпроқ бизга эмас, шифокорга бериш керак. Демак, оилавий шифокори билан маслаҳатлашиш керак. To'xtatsinlar. Bilmasdan qanaqa antibiotik, antibiotik boya gapirib o'tdik, har xil bor. Demak, o'z o'rnida mana shu antibiotikni tavsiya qilgan, buyurgan oilaviy shifokor bilan maslahatlashishni tavsiya qilgan bo'lar edi. Bitta qo'shimcha sifat aytmoqchiman. Mana chet elda, Daniyada, butun dunyoda eng yaxshi sonsiqlash tizimi yaratgan davlat bu Daniya hisoblanadi. Hamma antibiotik to'rtta guruhga bo'lishgan. Har doim ishlatish mumkin, ishlatish mumkin kamroq, faqat ekstrem holatda va preparat rezervi. Zahiradagi antibiotiklar. И шунга қараб фақат рецепт билан бўйича олинади. Бундан ташқари танлаб қиладиган бор. Кўп кенг спектрга эга, агар кенг спектрга эга антибиотик бўлса, биласизми, организмга боя этган фойдали микроорганизм ўлдирса, ич кетиш бўлади, қусиш бўлади, ўшан учун жуда ҳам эҳтиёт бўлиш керак. Чунки организмга ҳар бир нарсани туғириш ёки олиш керак эмас, жуда ҳам эҳтиёт бўлиш керак. Энди яна битта бориб қўшимча, энг катта ёмон хатолик бўлади. Рецепт языч керек, да, антибиотика. Бұл үшін шифокорге барыш керек. А бізде қазір рецептсіз тоғыр дәріхана барып жатты, а дәріхана өзі рецептсіз беріш керек емес антибиотиктерді. Рецептсіз беріліп жатты. Маршрутта ең қатты момо. Егер фуқара білген халатта, аңлы рәвішті шифокорге мұрежат қылса, ол ресми құжат ясы, юридик құжат бар рецепт. Одан кейін дәріхана барып алса, онда эффект көбірек болады. А бізде қазір шифокорсыз тоғыр дәріханаға барады, имей абсолютке дәріханадан антибиотик сатылады. Бұл умуми нотор нәрсе. Шу орында бәзі бір инсонлар, хатта аптекаға барып, сіз нема тавсия қыласыз деп, оларның тавсияларын хам инобатқа алушылары мүмкін. Демек, бұндан жуда ихтиёт болуш керек. Хамда оилавий шифокорге мурожаат қилиш лозим. Хамманың өз вакалаты бар. Шифокорлар тайлаш керек, дорихона хадимлар рецепт асосида бериш керек. Уни байсфейк кирмейди, дори тайлаш,
тавсия берш, тавсия кылбейді. Вот у меня очень интересный вопрос от Рустама из Амина. В аптеках появились блокираторы по 150 тысяч сумов на 60 дней. Помогают ли такие блокираторы? Если честно сказать, я не могу сейчас правильно ответить на этот вопрос, но я вижу, у нас у многих людей появились это вот как брелок да, на шее висят. На шее. Я тоже интересовалась. Разные мнения существуют. 50% на 50%. Кто-то уверен, и есть данные в литературе, что это как бы отгоняет. Есть второе мнение, что это пустушки, поэтому я сейчас не могу с научной точки зрения правильно ответить. Психология. Нет, ну действительно, очень многие сейчас спрашивают, где приобрести эти блокираторы. И просто люди не хотят выбрасывать деньги, если они узнают, что действительно от них нету никакого толка, то лучше... Нет, они, знаете, для того, чтобы успокоить себя, вот как бы усмириться, утихомириться, вот это вот... Какой-то это вариант, определенное время, плацебо, да, наверное, где-то 20-30% это тоже уже помощь, но не более. Рахмат, я на бездобыр савал бор, асакедан шахста савал юлегеллер, ойогында рематизм, огры колдру İçsem, oşqozonim og'riydi, nima qilsam bo'ladi? Yana dorilar masalasi. Endi mana dori vositasida aloqada yo'riqnoma bor-da, uni ikkita birinchi qismdan iborat. Tavsiya, qaysi paytda pokazaniya deyiladi, ko'rsatma, protipokazaniya i buni hammasini o'zi hamma dori vositalari ikkita guruhga bo'linadi. Retsept bilan berilgan va retseptsiz. Retseptsiz esa simptomatik. U uchun dorixonaga borib tavsiya qilish mumkin, shifokor farmatsevt ham yordam berish mumkin. Lekin buna holatlarda shifokor tavsiya berish kerak edi. Chunki har bitta dori vositasida nojo'ya ta'siri ham ko'rsatilgan. Ba'zi dorilar boshqa kasallikda mumkin emas. Даже улем где чего обкрыть решим кон. Сейчас еще буфахат, что покор тарся са соса испанкуш кире. Юрок номалар масала сада, бизге авалге дастурлар мазда савал чукенеде. Ниге ки инге пайта юрок номаларна, уша дарларни юрок номасада, копунчо узбек теледе берелгиан, руси забан, демек юрташлар маздан савал чукен. Рус теледе хам язса боладам, да бунге мутахасис сфате да сиз кандей фикр да сиз. Ман машу халатке тархне, ислат махчима. 2004-yilda vazirlik akamizda qaror chiqqanda, o'shanda hamma dori vositalar, hamma iste'mol tovarlar o'zbek tilida bo'lishi kerakligini belgilangan. Dori vositasi iste'mol tovariga kiradi i avtomatik nuqtai nazardan hamma dori vositalar o'zbek tilida markirovka bo'lishi kerak bo'ldi. Lekin bizada o'sha paytda import dori vositalari 75%, bizani mahalliy taxminan 20% edi i chegarada ko'p dorilar kerak dorilar to'xtab qoldi. Nima uchun? Ustida markirovkasi o'zining tilida bo'lgani uchun ruscha, inglizcha, fransuzcha. A bu dorilar onkologik bemorlarga uchun, bu ekstrem dori vositalar uchun, bu narkotik vositalar. Va o'shanda shunaqa qaror qabul qilgan hukumat qayd etishda qanaqa upakovka deb bo'lgan bo'lsa, shu uralda o'tadi, lekin yonida albatta o'zbek tilida yo'riqnoma bo'lishi kerakligini belgilangan. Ma o'sha 2004-yildan boshlab O'zbekistonga kirayotgan dori vositalari albatta 100% o'zbek tilida yo'riqnoma bilan birga bo'lishi kerak. Lekin tushunmagan odamlar bo'lsa, alohida Sog'liqni saqlash vazirligida alohida sayt bor, u yerda kirib xuddi shu instruksiyani rus tilidan ham topish mumkin, olish mumkin. Hozir hammada boya aytilgan opamlar sotovi bor, imkon bor, internet bor, bemalol ruscha olish mumkin. Да, у меня вопрос. Раджаб из Самарканда спрашивает, у ковид есть инкубационный период, есть кризисный. В какой период более вероятность заразиться? Я так думаю, что, видимо, он пообщался с человеком и переживает. Инкубационный период, как я уже сказала, что когда она находится вне хозяина, это в качестве эмбриона, я сказала, она не активная, она как бы инертная. Когда уже попадает в организм, через это, потом попадает в легкие, оно именно там и локализуется, оно местонахождение вот этого, что любит, это легкие. И знаете, когда уже растворяет ткань парихимной клетки, вот это легкие, когда уже проникает, тогда уже получается кризисная форма, реактивная форма. И более того, я хочу сказать, что это COVID обостряется. Почему сейчас идет такой вот критический вот эти вот моменты, что она не транскрибуется. Она, вот эта вот роль, вот эта генетическая матрица исполняет сама РНК информационная. Она сразу уже размножается. Причем одна вот эта вот цепочка РНК сразу на 4 разделяется, вы понимаете? Поэтому вот реактивная вот эта вот скорость вот этого, когда уже она
завершает, она опять выходит из этой клетки, потом переходит на вторую, остальные, поражая другие клетки. Но это, я думаю, что предметом будет отдельно этого. А вот кризисный момент, когда уже вошел в клетку хозяина, уже распространяется, оккупирует и так далее, уже все сделал свое дело, уже омертвел, а потом переходит на вторую. Поэтому и вот я инкубационный период уже пока до путь от инфекционного очага до места локализации, а кризисный уже с места локализации к месту функционирования. Ну, по сути, можно и в тот, и в другой период, в общем-то, передать заразу. Естественно, да? Знаете что? Обычно, вот когда, я опять повторяю, когда уже попадает в желудок человека, она не опасна, когда уже в легкие, потому что оно конкурирует кровяным тестом, гемоглобином. Понимаете, да. Именно медь держит туда. И поэтому, естественно, когда уже попадает в носоглотки, когда уже в желудок и так далее, вот тогда надо как бы обильнее пить вот эти вот лекарственные препараты, которые в определенной мере помогают, мы должны выводить в качестве вот этого, когда она не активной форме. Надо вот в этом. Вот вы сегодня говорили очень много о крови, и как раз-таки вот вопрос на эту тему, что сейчас очень много говорят о важности сатурации, да, то есть это уровень насыщения клеток кислородом. И в связи с этим очень многие вот спрашивают, а нужно ли приобрести пульсоксиметр? И вопрос тоже, наверное, к вам, может быть, это. В качестве профилактики, чтобы поддерживать того, чтобы, уровень свой, проверять. Вот сейчас, вот, по каким критериям распределяют, но многие больные остаются дома. Дома еще лучше, между прочим, чем в этих больничных койках и так далее. Дома остаются дома для того, чтобы удостовериться, что происходит, да, можно приобрести, если оно есть в реализации. Уровень насыщения кислородом, вот, допустим, вот говорят, до 95-96, если ниже, это уже недостаток кислорода, да. Если больше, она больше ей не может быть. Понимаете, поэтому, да, можно приобрести. Теперь, я очень много говорила о крови, содержание гемоглобина, анемия, вот эта вот степень различная, там первый, второй, зависит от питания перорального. Вы понимаете? Любые лекарства, которые мы принимаем, либо внутривенно, внутримышечно, либо перорально, оно через 3 часа должно разлагаться, через 6-7 максимум, и вывести из организма. И поэтому вот эти вот крывые тельца, они сами тоже вот как бы перегруппируются, совещаются между собой и будут этот... А вот это вот количество кислорода, это опять-таки зависит от того, что где мы находимся. Если сейчас в атмосферном слое, да, находится 78 азота, да, тут и азот. А азоте никакой речи нет, между прочим, только о кислороде говорим. Хотя это тоже надо, предметом изучения должно быть. И вот эти вот различные инертные газы, вот ксенон, аргон, говорят, что оно тоже изменялось в какой-то степени. Это зависит от того, что человек должен выйти. И самое главное, когда кислород недостаток, да, люди вот лежат, как бы это нужно... подушку подниматься наверх, чтобы все это было открыто. И нужно нос, рот. Вот таким образом надо. И подушку надо, чтобы они, легкие были как бы в свободном таком состоянии. Они в таком состоянии, в сдавленном состоянии. Поэтому нужно на эти вещи обращать внимание. И в дополнение хочу сказать. Действительно, сейчас несколько правительственных решений было о том, что некоторые лекарственные средства и зелья медицинского назначения, чтобы легко войти было в Узбекистан, даже они уже могут без государственной регистрации заходить на основании сертификации. И поэтому это позволит нашим предпринимателям завести побольше данные оборудования и данные изделия медицинского назначения. То есть сейчас правительство открыло дорогу для того, чтобы быстро носить наш рынок и появились в аптеках. А я хочу сейчас сделать небольшую паузу в нашей беседе и поднять нам настроение и нашим телезрителям, потому что с нами на связи вышел заслуженный артист Узбекистана, любимец наш, который активно снимается, снимался и будет сниматься в кино, Рустам Сагдулаев. Алло, Рустам Акя. Алло, да-да. Здравствуйте, Рустам Акя. Добрый день. Рустам Акя, большое спасибо, что вы с нами сейчас на связи. Можете ли вы нам что-нибудь, нашим телезрителям, рассказать о том, как вы проводите карантин сейчас?
Я провожу карантин, ну, по крайней мере, с пользой для себя. Как? С пользой для себя. А, и с пользой. Огромное спасибо моей семье, моим друзьям, что вот все мы вот сплотились вот в это время. Тяжелое время не только для нашей республики, а всего мира. Это что-то происходит такое, что невозможно вообразить. Но, тем не менее, стараемся, чтобы вот держать все это, как нам предписывают врачи, говорят ВОЗ, ну, по телевидению говорят. Стараемся это все предписывать. Тем более, я сейчас в риске и стараюсь практически не выходить из дому. Благо есть сын, дочь, зять. Ну, внучка, конечно, со мной. И всегда дома что-то с внучкой, что-то пишу, что-то это самое. Ну, стараюсь соблюдать вот это все карантинные меры. Но вы, как всегда, не теряете оптимизма, да? У вас хорошее настроение. Ну, нельзя. В это время терять оптимизм нельзя. Мне кажется, что если мы потеряем оптимизм, то мы потеряем все. Потеряем все это. Тем более еще у нас узбекский народ, он многодетный. Детей много, тем более еще внуков много. И они все... Вот мои друзья, у них по 5, по 6 внуков. У моих друзей. Я им завидую и говорю, вот ты, вот там или Сурат, Батыр, Шахаб. Мои друзья всегда вместе с внуками что-то делают с ними, играют. Ну, понятно, что. И соблюдают вот этот карантин. И не только же мы, пожилые, не выходим никуда, но и детям тоже нельзя. Везде все закрыто, мы стараемся как-то их отвлечь от этого, завлечь какие-то игры, что-то делаем, в общем, что-то делаем. Это здорово, Рустам Айка. И могли бы вы нам пожелать нашим телезрителям и дать какие-то свои рекомендации? Ну, здесь, вы знаете, рекомендации, наверное, одно. Меньше выходить на те места в городе, где скопления много, народу, где много, меньше. И всегда носить маску, обязательно носить маску. По возможности, если что-то покупать, эти перчатки надо носить. Вот эти, чтобы дома всегда были вот эти спиртовые, эти, ну, чем мы опрыскиваем руки и так далее. Все. А тем более, кто ездит на машине, это очень плохо, когда этот руль, один из самых грязных, это руль, баранка. Ее надо всегда чистить. Это уже детали, но я бы хотел, чтобы все соблюдали этого. Потому что, вон, что происходит в нашей соседней республике. Это же ужас. Поэтому здесь еще более наше правительство, наши медики быстро взялись за это. Да. И вот благодаря им вот как-то здесь началось карантинные какие-то меры. Мы быстро схватились. И дай Всевышний, чтобы вот это все прошло у нас, гладко прошло. Если мы будем соблюдать вот эти меры, то все гладко пройдет, и я надеюсь, скоро все станет на места, мы еще будем вспоминать вот эти дни, месяцы, что вот как-то было. Но зато она нас укрепит. Спасибо большое, Рустам Акя. Спасибо. Мы сейчас зарядились просто вашим таким неиссякаемым оптимизмом. Вы нам добавили хорошего настроения. Мы желаем вам и вашей семье крепкого здоровья и надеемся, что после карантина вы нас порадуете новыми ролями. Спасибо. Я всем также пользуюсь моментом. Желаю крепкого здоровья. Мир вашему дому. Чтобы все у всех было хорошо. И самое главное, здоровье и берегите себя. Спасибо большое, Рустам Акя. До свидания.
До свидания. Рахмат айтамыз. Демек, карантинді хам позитив кафетті өткізіш мүмкін. Шорында айтып өтмақшыман, телеграм манзылымыз арқылы келген саволлар ақымы тоқтамайапты, турбинге яқынлашты. Лекен... Қадірлі теле тамошабинлар, шыны еслатып өтмақшы едім. Бізге келе өткен саволлар асосан бір қыр симптомлар көрсатылген қолды. Бір-біріге оқшайш саволлар жүді көп, шын сабапли көрсатуымызны, дастуруымызны етібар білен тамоша қылсаңгіз, біз бұ саволларге бір қыл юналышта, бір савол асосыда жауап бермақтамыз. Мабода базы бір саволларге жауап болмаген болса, сіз албатта Узбекистан 24 телеканалы арқалы эфир күзатыладыған COVID-19 вазият ko'rsatuvda javob olishingiz mumkin. Shu o'rinda Gulya Yuldashova degan teletomoshabinimizdan savol kelgan. Sikloferon preparati haqida nima ayta olasiz? COVID paytida yordam beradimi? Deb savol yo'llaganlar. Men voy aytganman, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan alohida standartlar tasdiqlangan. Bu dori ichida yo'q, tavsiya etilmagan. Но, лекин, хар битта организмда хар хил ўзига яраша характерга ва организмга тийишли бўлган учун, балким ўша шифокор томонидан индивидуал характердан нуқтаи назардан тавсия қилиш мумкин. Лекин тавсия қиладиган ковидга қарши дори воситаси бу ичида ўтирмаяпти. Шу ўринда айтиш керак, мана шу коронавирус пайтида ундан олдин ҳам жуда кўп дори рекламалари бўлади ижтимоий тармоқларда ва бошқа жойларда. Мана шу рекламаларга биз тўлиқ ишонсак бўладими? Реклама сус, агар биз таржима қилсак, бу тарқатиш, овоз тарқатиш бўлади. Албатта, бизда Европа мамлакатларига тиешли, бизда ҳам худи шунақа тартиб белгиланган. Дори воситалари иккита гуруҳга бўлинади, рецепт билан берилган ва рецептсиз. Рекламани фақат рецептсиз берилган дори воситаларга реклама қилиш мумкин. Рецепт билан берилган дорилар реклама қилиб бўлмайди. Ва алоҳида мана шу ҳар битта дори воситасида йўқнома тасдиқланган, фақат йўқномада кўрсатилган нарсаларни реклама қилиш мумкин. Алоҳида буни назорат монополия комитетига юклатилган ва улар мутахассислар билан биргаликда мониторинг ўтқизишади. Шу 19-йилгача, апрелгача Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан рухсат берарди ҳар битта роликка. Ҳозир энди монополия томонидан, комитет томонидан улар вақт-вақт билан қабул қилиб, ўша роликларни бизга топширишади, биз текширамиз. Энди ишонса бўлади, чунки фармацевтик фирмалар Ўзбекистонда анча тартибли, улар қонун-қоида билишади ва бу Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан кўп йиллар назорат бўлганлиги учун ҳаммаси ўрганган, қанақа талаблар қўйилади, нима қилиш мумкин, нима қилиш мумкин эмас. Ўшунинг учун шу нуқтаи назардан ишонса бўлади. Демак, қатъий назорат остидагина реклама берилади. Рецептсиз дори воситалар реклама берилади, а рецептсиз умуман фуқаро дорихонага кириб ҳам ўзи истеъмол қилиш мумкин. Ўшунинг учун бу ерда нотуғри нарса берилмаган, берилган ҳаммаси ўша йўқнамада кўрсатилган нарсаларни фақат истеъмол қилаётганда ўрта битта ёзуви бор, истеъмол қилишдан олдин мутахассис билан маслаҳат қилинг ёки йўқнома ўқинг деган нарса бор. Шунга аҳамият бериш керак. Албатта, маслаҳат. Кур-курона қабул қилиш керак эмас. Рахмат жавоблар учун. Мухаббат Яхияевна, такой вопрос, я думаю, что скорее из социальной сферы, но, возможно, вы дадите какой-то совет. Это Саёра из Ургенча спрашивает: "Я не могу выходить на улицу, мне нужны средства защиты, маски, антисептики. К кому обратиться?" Вообще, я хочу сказать, что вот на начало пандемии у нас всего лишь несколько предприятий производили эти медицинские маски. И они тогда подлежали государственной регистрации в Государственном центре экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинской, медицинской техники. Но в связи с такой ситуацией, и для того, чтобы более, больше произвести, данная продукция была выведена из этого списка. И данная продукция сейчас уже производится почти 270 предприятий. Конечно же, эти маски должны соответствовать требованиям ГОСТа. Нельзя так, чтобы дома сидела и шила там из четырех слоев марли. Во всех аптеках это есть. И даже я хочу один пример сказать. Если в начале марта в течение одного дня производилось 250 тысяч масок, сейчас уже в день 6 миллионов масок производится. И поэтому они могут приобрести в аптеках. Кроме этого, сейчас организованы разные фонды, и с их стороны бесплатно эти маски раздают. Вот, это самый главный вопрос. То есть есть какой-то фонд, куда можно обратиться, где приобрести средства защиты? Правильно, да. Вот надо обратиться прежде всего в поликлинику.
сказать, что вот у меня нет маски, у меня такая проблема, а все эти фонды, они связаны с учреждением здравоохранения. То есть в семейную поликлинику нужно обратиться? В семейную поликлинику, потом Махалла, это очень большая организация, специальное министерство существует, к ним надо обратиться. И, конечно, им предоставят бесплатно эти маски. Значит, уважаемые телезрители, если у вас подобные проблемы, и вы не можете сами приобрести маски и другие средства защиты, антисептики, то следует обратиться либо в районную семейную поликлинику, либо в свое отделение рядом Махалинский комитет. Спасибо. Шорында Махалла ва ойланы қолдап-қуатлаш вазирлиги хам, демак, ёрдамга мухтож инсонларга ўз ёрдамларини кўрсатмоқда, Махалла орқали, ҳамда 1197 рақамлари орқали ҳам моддий ёрдам олишингиз мумкин. Яна бизга келган саволларга қайтамиз. Хўп, коронавирус оқава сувда бўлиши мумкинми? Дея савол берилган. Мумкин. Коронавирус оқава сувда бўлиши мумкин, лекин яшаш, манимча, 6 соат кечам, буни яшаш даври. Чунки қолимизни ювамиз майлин совун билан, совун билан юган пайтимиз бўлади, оғзимизни чаямиз. Албатта, ўша касал юқтирувчи, ўртада олиб юрувчи, нима деди, носител, воситачи, буни ҳаммаси сув. Kuniga agar biz 2-3 litr suv ichsak, bo'lmaganda 20-30 litr suvni chayinamiz, yuvinamiz, nima qilamiz, ichamiz. O'shaning uchun suvda bo'lishi mumkin. Lekin ichimlik suvda emas. Ichimlik suvda emas. Suvda nimada bo'lishi mumkin? Oqava suvda bo'lishi mumkin. Rahmat. Javoblar uchun 10 haftalik homilador ayolda COVID alomatlari bo'lib o'tgan bo'lsa, homilaga qanday xavf tug'diradi? Bu savol bilan albatta keyingi dasturlarimizda ginekologni taklif etganmiz, ular javob beradilar. Man shunga bitta nima qilmoqchi edim. Qo'shimcha tarzda unga qadar o'shagacha mana hozir undan oldin ham savol bo'ldi. Haligimiz aytibdilar, sen nima qanaqa dorini so'radilar? Haligi qizimiz Ciklofiron. Da, ciklofiron. Qarayanda men boya aytib o'tdim, imbir. Imbir nima uchun juda ham yaxshi effektga ega. Nafaqat bu COVIDga qarshi hozir ta'siriga ega. Bundan tashqari uni tarkibida xuddi shu nimaga o'xshagan? Ciklofiron. Ciklofironga o'xshagan gingerol degan modda bor. Bu modda ham zamburug'larni, ham bakteriyalarni, ham viruslarga qarshi polifunksional xususiyatga ega bo'lgan modda gingerol. Mana shu homilador qizimizga hech qanaqangi xavfsiz, xatarsiz mana shu imbirni o'sha asal bilan birga aralashtirib yeyishni va profilaktika qilishini tavsiya qilgan bo'lardik. Albatta mutaxassis bilan maslahatlashgan holda, chunki organizm har xil, ularning organizmi talab qilishiga homilaga ham bu bezarar. Рахма, Джоапларчун. Вот сегодня мы с вами говорили на тему, что препараты у нас есть, что лекарство не закончится, у нас все производится. Вот человек спрашивает, во время пандемии невозможно найти многие лекарства, что делать? Вот если действительно человек позвонил, обзвонил 10-15 аптек, нужного препарата нет, вот какой совет мы можем дать? Вот знаете, это проблема, которая дошла до правительства, до нашего руководителя страны, и было дано указание, чтобы организовали резерв. Резерв пока на 3 месяца для оказания очень большому количеству больных, если в случае такого расширения заболевания. И в то же время было дано указание, чтобы создали резерв для бесплатной раздачи лекарственных средств, набор лекарственных средств, в том числе и маски, для тех, кто лечится в амбулаторных условиях. Надо обратиться в поликлинику. Нет, если человек лечится дома, ему вот нужны препараты. Амбулаторные условия – это дома. Амбулаторные условия – это все дома. Поэтому надо обратиться в семейную поликлинику. Сейчас я слышал, что формируют эти специальные аптечки для представления больным, которые лечатся дома. Это за счет средств правительства, государства. То есть, если я обращусь в поликлинику, мне там... Они должны представить этот набор данных больному. Набор препаратов. Препаратов и медицинские маски тоже там. Очень важная, нужная информация. Спасибо. Шу орында вакцина тоғрисида жуда көп саволлар келген. Бізді вакцина яратылдымы? Япониядан вакцина келген дейілгенді. Шу ростмы? Рост болса беморларге қачан берілады? Вакцина өзі нима деген саволлар хам яғылып тұрыпты. Шу үнге бір түшінче берсәңіз? Мамчы бұл көп вакцина тоғрисы кепірілі. Вакцина хозыр нечто давлетам харекет хватты. Жуда котта маблахля ажатылды, олымля ишлешватты. Иштвабзам ана Россияда бір нечто клиник сынавля отватты. Хытай Өзбекстанге таклеп хыпты, Өзбекстанда клиник сынавляна отқызыш. Америкада, Францияда. Енді халі біттәсіям 100% хама клиник сынавлядан отты ба рухсат берілген наса халі бізе ішмәдік. Лекен ішсек, албатта, Bu sotuvga chiqadi, xabar beradi. Bizani olimlar ham ishlashyapti. Lekin hali bu darajagacha chiqishmadi.
клиник сонлага чыкчы, хал чыкчмады. А вакцин торса енді тулык уле мутагасы батады етчілер мүмкін. Вакцина нема деген? Чала олдырылген микроб хучайрасы. Чала олдырылген. Бұны нема мақсатта қылышады? Организмге кіргізгенді. Odatda vaksina sog'lom odamga mo'ljallangan edi. Yoshligida mana bolalarni emlaymiz. Qirg'izganda ana o'shanga boy aytganimdek antitelalar hosil bo'lishi kerak edi. Ana o'shanchuna vaksina. Endi hozir mana bu joyda COVID virusiga vaksina deymiz. Bu ham tanlab ta'sir qilish xususiyatiga ega bo'ladi. Hamma organizmga ham vaksina tusha olmaydi va yuqori malika respiratsiya nimadir shunaqa ega bo'lmasligi mumkin. Ta'sirchanlik ega bo'lmasligi mumkin. Lekin hozir mana tavsiya qilingan biz mana baholi qudrat tavsiya qildik, vrachlar tavsiya qilyapti, organizm o'ziga ana qilib nimamizga kurashishimiz mumkin. Vaksinani kichkina miqdori, demak, antigen то есть антитела хасил қилиш учун деб чиқарилган чала ўлдирилган ўша микробни нимаси эритмаси. Уни албатта титр бўлади. Сонидан сонигача инсон боллага қанча титр бериши мумкин чала ўлдирилган деганга. Энди вакцинанинг ўзи биринчи Луи Пастер яратилганда ўша пайтда касалликка бермоқчи бўлганда ҳеч ким ҳоламаган. Кейин ўзига ўзи укол қилиб кўриб туриб, мана эндан кейин вакцинани шунчалик даражада ўша эмлаш, ўшанга тайёр туриш организм, тайёр туриш учун қилинган бу татариклардан биттаси ҳисобланади. Россияда вакцина чиқди дейишди. Бизани олимларимиз ҳам вакцина устида ишлашяпти. Менимча бу ҳам маълум бир даражада ўша касалларга ёрдам бериши мумкин, лекин бундан ташқари ҳам атрофда қанча дори-дармонлар бор, қанча инсоннинг ўзини ўша эндокрин системани бошқариши, ўша ўзини пичоқларга нима қилиши, ўзини ўша қоидаларга риоя қилиши, тоза тутиши ва ўзини ўзи асраши бу жуда катта аҳамиятга эга. Шу ўринда яна бир жиҳатни айтмоқчиман. Бу бош ҳамида бор деймиз, бу оёқ ҳамида бор. Ким буни кўтариб юрибди? Бизани Ўзбекистон халқимиз шунақанги бир ақлли калларни кўтариб юрибдики, шунақанги бир мамлакатни ўзида кўтариб юрибдики. Мана қон таначаларини гапирдик, яна бир нима 35 миллиард қон агар ҳужайраларда бўладиган бўлса, битта организмда 5-10дан 5-6 литр, аёлларда 5-2 дейишади. Бу 4 маротаба ер куррасини айлантиришга етади-да бу занжир. Ер куррасини қаранг, қанчалик даражада бизани организмимиз потенциал имкониятларга эга. Қаранг, ўзи организм ўзи дорилани яна этамай етқизиб беради. Бундан ташқари яна бир нимани айтмоқчиман. Биз шу нима қилаётган пайтимизда қонни таркибига ва қонни тоза бўлишига ва еётган овқатларимизга айниқса еётган жуда ҳам катта эътибор беришимиз керак. Ҳали қизимизга сўрабди, менда дори ичиётман, ревматизм эди, менда ошқозонимда касал. Ҳа, энди кечирас, қанча миқдорда сиз ичиёсиз у дорининки, шу осқозонни шунақанги бир касалланиш ҳолатига олиб келган. Буни ҳам ўзини, ўша ўзини кўрсатмаси бор, бошқаси бор. Ўшанинг учун мен ўйлайман, мен шу тавсияларга эътибор берган ҳолда энг асосийси ўзини ҳалиги полвонлар масаласини нима гапирib бердим, полвон кийганмиз, бу нима деган нарса бу? Бўлган ва бундан кейин ҳам бўлади. Бундан ҳеч ким қочиб қутула олмайди. Тўғри, ҳозир шароит бўлиб, бу просто регрессия вақтига ўтди. Ўзини юқори ҳажмига етди, лекин тушади бу. Якуб из Ташкентской области спрашивает, кому обратиться по поводу сдачи анализа крови на сахар во время карантина. Работают ли лаборатории сейчас, именно принимая пациентов? Да. Знаете, недавно, по-моему, недели тому назад, по приказу президента создали специальное место в различных этих районах, по месту вашего жительства, семейные поликлиники, они работают день и ночь, даже всем звонят, оставляют свои телефоны. По любым вопросам обращайтесь сюда. И более того, вот вчера был указ, да, медицинских сестер принимают на работу, и в день платят очень большие суммы. Очень большую, даже им ежечасно платят для того, чтобы... Все это делается для того, чтобы народ наш, каждый человек для нас дорог и ценен. И самое главное, поймите, уважаемые телезрители, вы для нас очень ценны. Вы под защитой государства, под защитой законов, под защитой медицины и так далее. И мы должны еще под защитой друг другу. Теперь я еще хотела бы отметить, что... Уважаемые телезрители, они не должны перейти на ругань, на какие-то неврозные состояния. Это не секрет. Часто на улице встречаем, неврозные друг другу кричат. Вот это водители друг другу дорогу не дают. Это что такое?
Этого нельзя делать. Нужно усмириться, нужно успокоиться. Человек должен всегда быть готов. Беда твердо надо принимать. Наоборот, должен сплотить всех нас. Конечно. И поражение надо вот так вот принимать. И победу тоже вот так вот. А это временное поражение. Хай поражает немножечко, но 10-20% какой-то в организме идет передвижение, а потом все войдет в свое место. Так что вот это надо пережить. Главное не терять хорошего настроения, оптимизма, верить в себя, конечно. И все будет замечательно. Да-да-да, совершенно верно. Вот такой вопрос. А может ли COVID-19 пройти без любого симптома? Вот это уже не первый раз спрашивают. Или это не ваши компетенции? Не, вы знаете что? Она может пройти, как я сказала, если попал, прошел транзитом, и все. И как отличить обычную пневмонию от COVID-19? Тут симптомы такие. Все врачи, которые столкнулись с больными пациентами COVID, всемирные врачи говорят, что первое – это одышка, асфиксия, нехватка кислорода, потом вот это вот сердцебиение, учащение, сухость в горле, сухость. И самое главное, сейчас уже перешли уже на роговицу глаз, тоже уже осушается, понимаете? Вот это сильные признаки COVID. А там мокрый кашель. При пневмонии. Обычно при пневмонии это значит пневмококку. Специальные вот эти вот бактерии, которые этот, оно совершенно разное от этого симптом, а потом немножко мокрота получается, понимание, вот этим. И температура, конечно, повышается, а в обоих случаях температура разница вот в этом. Ну, конечно, самостоятельно очень сложно понять эту разницу, поэтому в первую очередь... Еще хрипы, знаете что, бывает сухой хрип, бывает влажный хрип. Если влажный хрип, это больше похоже на пневмонию. А у ковид это сухой, только нехватка кислорода, вот эта вот передышка, и сердцебиение, учащение, и сухость, и это самое главное вот это. И еще вот недавно вот роговица глаз тоже становится сухой. Рахмат, берген тавсиялариңиз учун, маълумотлар учун катта рахмат. Менимча тамошабинлар ўзлари учун зарур хулосаларни чиқариб олдилар. Қадрли телетомошабинлар, эслатиб ўтамиз, бугун студияда меҳмонларимиз Захро Ахмедова, микробиолог ҳамда Мухаббат Ибрагимова, фармацевт иштирок этдилар. Қадрли телетомошабинлар, сиз оилавий телеканалида COVID-19 долзарб саволлар дастурини тамоша қилдингиз. Бизга келган саволларга агар ўз вақтида жавоб беришга улгурмаган бўлсак, келгуси дастурларимизни албатта тамоша қилинг. Доимо соғ, саломат бўлинг. Дорогие телезрители, на сегодня проект COVID-19 актуальные вопросы закончил свою работу, но завтра в 10 часов утра мы ждем ваши звонки по номерам 71-214-1440, 71-214-1372. И на все ваши волнующие вопросы о коронавирусе ответят наши специалисты. До новых встреч, берегите себя и своих близких.